Так, ну что, все настроил. Вроде все окей. Отлично. Так, поставим музычку на фоне. Так, так, так. Так, ну что, сегодня тогда за друида поиграем. Правда, ненадолго. Относительно. Получается, ну что, у нас сегодня среда. Так. Да, я поиграю тогда за друида сегодня. Где-то плюс-минус дойду до 19 левела. Потом, наверное, замучу видосик о БГ на 19 уровне. Чтобы посмотреть, как там все играется, как там все выглядит. Именно вот контент с твинками, я так понимаю. Потому что, скорее всего, там будут именно твинки 19 левела. Так как это самый популярный брекет, если не считать, конечно же, 60 левел. Там уже посмотрим. Завтра не знаю, ну подумаю. Может быть, по другой игре сделаю стрим. А в понедельник уже, соответственно, как и написал в названии, начнем тогда уже ханта прокачивать, но уже, конечно же, в режиме хардкор. Хардкор челлендж. То есть никаких там дополнительных себе плюшек ставить не буду, никаких сумок не себе там на ханта не скину. А голды дополнительные там не будет. То есть все по новой, все самому, без всяких помощников и так далее. И вот подумаю еще насчет подземелья, проходить их или нет. Подумаю, может быть, просто даже дойти до 60-го, используя лишь, конечно же, квесты. Чтобы, ну, лишний раз не рисковать в подземельях. Ну, посмотрим, как это все выйдет. Так, ладно. Что у нас тут? Один квестик. А, точно, точно, да. Я его тогда не доделал. Ну, тогда сейчас сделаем. Так, сейчас, секунду. Так, это на что? 5 стамина дает. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, а фонарь? Ну, фонарь, ладно, я этот фонарь пока отложу в сторону, а там уже посмотрим. Может быть, я его тоже продам. Крафтовые шмотки тоже. Я тут сумки себе поменял на друида. Так как все-таки паладина я уже апнул до 60-го. Вне стрима. Чисто там по квестам бегал. В чумных землях побегал, поделал квесты. В Винтерспринге поделал квесты. Ну и, соответственно, набил уже левел. В данже особо не бегал. Поэтому паладин у меня пока что еще не одетый. И, скорее всего, тогда... Чтобы делать передышки между вот хардкорщиной, я буду еще делать стримы, соответственно, по друиду. И, может быть, в редких случаях, конечно же, тоже буду включать паладина. Там чисто для подземелий. Там, не знаю, вот я посмотрел награды в БРД, допустим. Там неплохие награды чисто вот на паладина. Я подумал сделать себе два спека, точнее, набрать шмоток на два спека. То есть на прот паладина, ну и второй для ДПС. Но вот еще думаю, либо вторую ветку себе делать
ретрика или все-таки рискнуть и попробую сделать холли, вот паладин именно шок один билд. Так как вроде бы, ну, есть люди, которые играют за шок одина. Просто не знаю, как он скейлится нормально и смогу ли его вообще одеть. Потому что я как бы не особо хочу, блин, тратить много времени на данжи, где не будет стопроцентной вероятности то, что я получу какую-то шмотку. Я еще, правда, не смотрел, как там по PvP шмоткам. Но вроде бы все точно так же, как и в классике. То есть, по сути, шок один билд через PvP шмотки, наверное, все-таки не будет то самое лучшее. А рейдить уж тем более как-то, ну, не хочется. Тратить там по 3, по 4 часа, чтобы, не знаю, того же условного, не знаю, ну, Рагнароса убить, да? Как пример. Я пару раз походил в этих классических рейдах еще вот на классике, на официальной классике, и как-то что-то, ну... Ну, это уже прям реально лень становится. И это при учете то, что у нас еще рейд такой, ну, я бы сказал, успешный еще собрался. То есть мы вайпались чисто так, ну, пару раз, может быть. Я бы даже не сказал то, что это прям совсем были прям такие корявые ошибки, но просто потому, что мы не вытянули там некоторые файты, не хватило там, допустим, хила маны или еще там что-то, танка шотнул. Ну, то есть такие вот прям неожиданные ситуации были. А так все четко, все грамотно, тем более ребята были уже одеты, так как это не была первая фаза уже давно. Мы просто прошли. Я даже не знаю, зачем мы пошли на Рагнароса. Наверное, просто чтобы одеть сагильдийцев и все. Соответственно, тоже меня взяли. Это был, по-моему, гибрид, наверное, Холи Прот. И, соответственно, пошел хилить. Меня взяли. Так. Капюшончик такая себе штука. Не хочу, чтобы его видели. Плащик у меня. Да. Этот плащик, как ни странно, довольно много армора дает. Для стартового левела. Так, а посох у меня... Интересно. Дробителя, походу, еще не убивал. Да. Дробители я еще не трогал. Надо бы сходить тогда дробителя. Добью. Тогда получится я на 14 левел. И на 14 смогу вернуться в Тальдрасил. Возьму квест на друида. Получу новое заклинание. Ага, все выкуплено. Но зато вот этот, по-моему, да, земляной корень понадобится. Чисто для квеста, по-моему. Там, по-моему, 5 штук понадобится. Надо будет зайти за своего... травника. Это, по-моему, у меня там охотник отдельный, которого я прекратил. Прекратил качать. Там 22 вроде бы левел. Скопились там остатки травы, которые я собирал. И немножко рецептов на алхимию. Я не знаю, буду ли его качать, скорее всего. Если получится докачать до 60-го хардкорного охотника, то, соответственно, это и будет мой единственный охотник. И тогда, наверное, я, скорее всего, возьму те же профы. Алхимию и травничество. Потому что зелье, думаю, ну,
для хардкорного персонажа, который сам себе хилить не может, зелья это прям, ну, must have. Ну и, конечно же, первая помощь это прям вообще без комментариев придется прокачивать. Так, квестик у нас есть. Там он дает нагрудник, который... Ну, одна ловкость мне ни туда, ни сюда. Больше брони дает, да. Стамина меньше. А вот посох... По общему урону, я смотрю, он уступает моему нынешнему. Но он неплохие статы дает. Хотя, если не ошибаюсь, классический друид это не тот друид, который вот становится вот, которым он становится вот потом, где-то ближе к личу. Потому что ловкость для него не самая приоритетная стата. Для него, по-моему, и сила, и ловкость плюс-минус в балансе находится. Поэтому, наверное, все-таки я брать не буду этот посох. Для того, чтобы его носить. Я его продам. Лишние серебряные монетки пригодятся. Понятно, здесь хардкорщики стоят. Ну, значит, мне не повезет, скорее всего. Они, скорее всего, первые ударят его. Наверное, там поставили уже макрос, который готовят. Что-то типа таргет Хогера и ударить, соответственно, его способностью. Я, конечно, попробую его тегнуть бонфаером. Ясно. У них макрос стоит. Ну пофиг, подождем. Сколько тут? 3 минуты? По крайней мере, квест хелпер показывает. Да, иногда, конечно, поражаюсь. Какие же задроты. Настолько, чтобы, я не знаю, сделать отдельный макрос, затегать. Хотя, что тут ожидать, это же классика. На ритейле всем бы поделили квест. И неважно, не нужно было даже в группу вступать. Друиды, кстати, прикольные, классовые квесты, они мне нравятся.
Правда, они мне нравятся именно потому, что когда я первый раз в своей жизни играл за друида и пытался сделать эти классовые квесты, у меня это не получилось. Просто потому, что я не мог найти необходимые ингредиенты. Правда, это если говорить о квесте на 16-м левеле, который появляется у друида на водную форму. Там же надо было много где плавать. Точнее, ладно, относительно много, просто в двух местах найти части шеи. И вот я одну, допустим, мог найти, которая находится в темных берегах, а вот вторую не мог, которая находится в западном краю. Там надо было глубоко нырять под воду. Я вот помню, давно очень долго там плавал, глубоко приходилось нырять. Потом только уже через какое-то время просто задумался. Ну ладно, загуглю, поищу помощь в интернете. И там потом рассказывалось, вот там плывешь сначала так, вдоль вот здесь вот там, Golden Coast Quarry, ровно-ровно оттуда плывешь, потом, когда видишь якорь, плывешь к этому якорю, и потом плывешь еще глубже от этого якоря, и там будет тот самый сундучок. Как же я обрадовался, когда я наконец-то его увидел. Первый раз в жизни получил свою водную форму. Это, кстати, было не на классике, это было уже на БК. Я тогда первый раз играл в БК. Я вот подумал, кстати, сделать мне этот квест на овечку, чтобы получить животное. Это потом, ладно, передумал. Учитывая, что надо убивать там волков какого-то там. Пятый левел, шестой. Я уже вон 14-й. Это уже практически бессмысленно. Так. Земляной корень не появился. Ну ладно. Ну посмотрим, там вроде у моего травника где-то... Вроде бы хотя бы одна штучка была. Не придется лишний раз покупать. Тратить деньги в банке. Фу, блин, в банке, в аукционе. Хоть у меня, правда, и есть деньги. Даже здесь 10 голды есть. Так, ну да, получается. Да, возьму просто посох. Потому что... Продать. И все. И все. И все. Да, вот так вот надену, чтобы добавить его в какую-то там псевдоколлекцию. Для трансмога, который я, наверное, никогда не увижу. Так. И... Получается, Крафтман Террес. Так, сначала тогда выйдем и зайдем на моего травника. Так вот, сейчас надо вспомнить, действительно ли это у травника моего. Так, а тут у нас что? Свитки, прочая хрень. Так, смотрим. О, как раз 4 штуки, отлично. Прям в самую точку попал. Я думал, у меня только одна.
Просто дело в том, что для квеста как раз-таки понадобится именно 5 штук земляного корня. А у меня уже один на друиде там был. Ништяк. Там надо будет 5 земляных корней и еще вот что-то достать. Я вот не помню, что именно. По-моему, вторая вещь это будет именно по квесту. Квест-айтем, в смысле. Да, надо будет, по-моему, заполнить водичкой пустую колбочку в одном водопаде, который прямо возле пещеры начинается там в темных берегах. Так, ладно. Земляной корень потом выберем, когда придет по почте. Сейчас тогда идем обучаться новым скиллам. И берем квест. Да, как же давненько не играл-то на друиде. Единственный минус, когда переходишь с игры с паладина на друид, приходится забывать о том, что у тебя не будет бабла никакого. Бабл плюс ХС. Самая любимая плюшка на паладине. На друиде придется уметь кайтить. Так, а чё в смысле? Не возьму, что ли? 14... А, тут берется, понял. Так, что у нас тут новое? Получается, корни. Гнев. И Healing Touch. Третий ранг. Окей. А у медведя у нас получается стан. Но стан пока что поставлю на атак, как обычно. Ладно, погнали. Погнали в лунную поляну. Красивая локация, кстати. Очень нравится. Такая спокойная, умиротворенная. Тона такие как раз, как будто, я не знаю, подходящие для, не знаю, то ли для сна, то ли для чего. Прям действительно напоминает, ну, чисто для друидов локация. Вообще красотища. Я бы, наверное, Мунглэйд добавил, не знаю, ну, в топ-5, наверное, моих любимых локаций. Если говорить только о классических, наверное. Так. Квест есть. Но сдавать его уже надо будет в Убердине. Да. Тут почтового ящика, вот я не помню. В классической версии в этом городке нету почтового ящика. Да. Так, ну что ж, тогда получается у нас что? Field Cliff Spring Falls Sample. Точно. Сначала мне нужно набрать вот этот, соответственно, колбу с водой. Я ее сдам в Убердине. И она мне даст следующий квест на сбор ресурсов. И вот там мне надо будет вот 5 штук земляного корня и 14 грибов. Но грибы это вот именно
По квесту грибы, это не простые там какие-то травы или еще что-нибудь. И они будут находиться в этих в пещерах, в которых тусуются эти все совухи. Вспомнил. Там в каждой пещере плюс-минус там от 2 до 4 грибов. Надо будет лутать их. В общем, ладно, тогда в самом Абердине я ей открою письмо. А вот на 19-м, кстати, левеле я все думаю. Поменять ли таланты чисто ради интереса? Чтобы попытать удачу и одеть какого-нибудь друида твинка на 19-м левеле, или не пытаться, просто потому что, ну, скорее всего, там будут всякие ребята уже профессионалы. С этими, с энчантами там и прочими, я не знаю, расходниками, зельями, у которых будет по 1500 хп. Понял. Сейчас бы дождь. Шел. В смысле, я отключил погоду. Блин, такая громкая. Ну ладно. Все равно я сейчас улетаю. Надеюсь, в темных берегах не будет этого. Да, сразу спокойнее становится. Отлично. Я вот на 19-м, в принципе, могу сбросить таланты и взять условных, ну сколько там получается? 10 талантов, да? В принципе, я могу также взять один талант хотя бы сюда, Nature's Grasp. Просто чтобы было заклинание дополнительное, как сейф. То что, ну это, блин, очень хорошее, полезное заклинание, мне кажется. Правда, тогда у меня будет на 1 долю секунды длиннее каст хила. То есть я не смогу хилить полноценно. Ну это, конечно, если говорить вообще о Ресто Друиде. Потому что Ферал Друид на 19-м левеле, но это только мишка получается. И что я тут смогу? На 5 единиц ярости меньше будет стоить мои способности. Но у меня не будет вот этого рывка, к сожалению. Я не смогу его использовать. Он появляется только на 20-м левеле. В моем случае вообще даже на 21-м. Учитывая, что я один талант потратил в ветке баланса. Так, точно, надо идти сразу выполнять. Поэтому я буду тупо как какой-то бот ходить в форме медведя и получать урона. Буду отвлекать на себя внимание максимум. Из таких более-менее полезных, что у меня тут? Да. Из единственного полезного таланта это можно выделить только Brutal Impact, который просто увеличивает длительность моего стана, который уже есть у медведя. Он будет 3 секунды, а не 2 секунды. И это все. То есть, если брать вот в сравнение 3 спека на 19 левел, друид это точно не феррал. Либо баланс, либо рестор. Так-то, в принципе, можно, конечно, взять баланс.
Друида. И хилить уже чисто как на офф-спек использовать. То есть чисто там союзников подхилить и все. Не использовать, допустим, хилинг тач. Использовать вот только регроуд. И все. И то изредка, учитывая, насколько он дорогой. Регроуд или кинуть какую-нибудь вот ходку и все. И не париться. Потому что баланс, друид, это совсем другое дело. Тут и Nature's Grasp тот же можно поставить. И Improved Wrath. Тогда вообще буду, смогу спамить, по сути, заклинания. И на остатки талантов, что я тут смогу сделать. То есть смогу увеличить тот же крит своих заклинаний. Либо чутка добавить крита своему заклинанию Moonfire. Но я думаю, выгоднее просто добавить всем заклинаниям. Плюс 3. Тем более, учитывая, что здесь будет вот, потрачено уже 6 талантов. Потому что я вкину все 5 сюда. 5 плюс 1. Тут еще будет 3. И это будет уже 9. Только один талант останется свободен. Одно очко. Скажем так. И куда его закинуть, я уже не знаю. Тут уже, ну... Такое свобода, свобода действий получается такая. Либо просто одно символическое очко закинуть вот сюда, в Moonfire. Чтобы были бы эти символические 2%. А то и можно даже закинуть сюда. Корни. Потому что кайтить противников, я думаю, буду часто. Играя на балансе. Хоть я думаю, что самые популярные, наверное, все-таки, наверное, топ-1 твинг на 19 левеле по популярности, это все-таки будет охотник. И тогда уже разбойник. Так, блин. Поэтому тут, в принципе, можно куда угодно закинуть. Блин, сейчас еще медведя сагрю. Забываю то, что я сейчас 14 левел. Далеко не хай левел. Пора отвыкать. Так, ну, вроде бы все правильно, да. В конце тут будет гора с пещерой, в пещере будут наги. Попытаюсь быстренько забрать пробу воды, потому что там возле самой пещеры, возле входа, патрулируют снизу вверх, ходит нага. Потом возле самого-самого входа, там, по-моему, еще есть одна или даже две целых наги. И плюс, когда я беру пробу воды, тогда спаунится еще там, по-моему, то ли один, то ли целых трое, я не помню сколько, в общем. Спаунится еще наги дополнительные. Поэтому после вот пробы надо сразу же ливать. Это место. Так, тут я видел чуваков. Куда они пропали? Здесь они пошли вверх. Расчистят мне путь. Я смогу спокойно набрать воды. Блин. Ладно. Ну да. Как же можно не зарезистить?
Крик медведя, резист. Классика. Такая классика. Блин, плечи жаль, то что это... Оф-оф-оф-оф-оф. Так, там. Так, его завалим. Да, все-таки не зря я за охотника буду на хардкоре. Друид пока что пробивается. Как-то за него не очень комфортно играть. Ну или я просто отвык. Так. Все, отстаньте, отстаньте, отстаньте. Отвали. Вот как он по мне критует? Еще и эти клятые корни не сработали. Сколько он ударов мне нанес? Хотя бы выжил. И вот представьте, если бы это был бы хардкор челлендж. Ну все, это жопа. Тут же сразу глупая смерть человека, который так много играет в Warcraft. Я бы уже, наверное, сгорел и перестал бы играть в хардкор челленджи. Да, жаль только, что плечи, конечно, не кожаные. Или хотя бы не тканевые. Так, а какие шмотки я тут себе выбил? А, на 15-м у меня все-таки есть. Есть плечики. Нормально. Ну, в принципе, учитывая то, что у меня там на паладине сейчас билд такой больше прот, чем ред. Хоть я сделал такого как бы гибрида. Но это точно не регбомб. Я ни одного очка не вставлял, по-моему, в регбомб таланты. Чисто такой относительно ПВЕ спек. Поэтому я думаю... Как-нибудь в свободное время достать весь танкогир, какой у меня там какой-никакой есть все-таки, плюс-минус. И сходить в лоу-левел данж, типа мертвых копий, а то и сходить в этот вот, в пещеры, у тебя пещеры стенадей, и выбить какой-нибудь лоу-левел шмот для своего друида этого, чтобы одеть. Так, ну что ж, теперь мы возвращаемся. Сдаемся. Грейхантер хардкор. Has fallen to venture co-drudger. Это где-то в степях получается? Или где? Он помер. Так, ну-ка, а что у нас по онлайну сегодня? 3600. Красиво. И это почти в 3 часа дня, кстати. Рабочий день. Среда. Отлично. Так, ну что, у нас тут много чего уже становится. Мусора. Ну как много. Кое-что надо продать, не забыть.
Учитывая, что у меня тут в этой стороне сумки всякое есть. Вот это, в принципе, можно я и сейчас могу, наверное, продать. Нафиг мне это надо, фонарь. Я его разве что могу только надеть, чтобы коллекцию тут же добавить. Вот так вот. Как он выглядит. А он сейчас у меня снят. Ну ладно. Сделаем вот так. О, красиво. Прикольно. Светит, так сказать. Причем неплохо. Освещает путь. Ну да ладно. А мне не нужно все равно. Я все равно предпочитаю двуручное оружие. Чаще всего. Причем не важно, что это за класс. Если какой-нибудь кастер, то это посох. Если ближний бой, то это, соответственно, какой-нибудь двуручный меч, молот. Ну, а охотник это вообще другая тема. Там стрелковое оружие. Там я предпочту, наверное, лук. Он чаще всего тихий. Точнее, скоростной. Тихий это он 100%. Потому что, допустим, ружье вообще бесит. От своей громкости. Так. Ну вот. А, так даже не 14, а 12, да, перепутал. 12 грибов надо будет собрать из пещеры. Да, они вот, вот здесь вот эти пещеры находятся, там всякие разные совухи. В зависимости от дальности. Так, забираем. В зависимости от дальности от вот этого аубердина. Чем дальше, тем сильнее по левелу они будут. Поэтому сначала надо посмотреть ближайшие. Ну и, соответственно, пофиг, как они там. Я просто знаю то, что в ближайшей пещере этих грибов не так много. Там обычно, по-моему, два. Так, надо АФК отойти. Так, все, погнали дальше. Так, надо ребафнуться. Профы, кстати, я взял партнерное дело и наложение чар. Не знаю зачем. И не знаю, пригодятся ли они действительно. Потому что я, допустим, наложение чар я никогда в своей жизни не прокачивал до максимума. Я вот не знаю, зачем я взял. Чисто для галочки, чтобы хоть какой-то энчант у меня был на шмотках. А вот портняжная, ну... Ну, сумки, да, будут, наверное, крафтить. Или какой-нибудь шмот на хила. Посмотрим. Просто мне было лень кожевничество брать. Я привык, то, что если, допустим, я играю за класс, который носит только кожу, то, естественно, сразу автоматом беру профессию снятия шкуры и кожевничества. А в этот раз решил пойти как-то иначе. Не хотел просто фармить кожу. Так. Ладно, давайте сначала убьем совуха, потом будем лутать. Надо тут, кстати, посмотреть как-то где-нибудь.
не знаю, в интернете. Смотрю. Как влияет сила и ловкость на друида. Классики. Потому что у меня вот реально есть подозрение, то что ловкость не так сильно важна вот в классике, как она была важна вот в личе. Потому что в личе от ловкости ты получаешь бонус к attack power в форме зверя. Там даже еще начали показывать. Не помню, правда, это с БК появилась такая фишка или все-таки только с лича. То, что у оружия зеленым текстом там для друидов всегда писали. То, что вот, когда ты принимаешь там форму кота, твоя сила атаки возрастает на столько-то единиц. Да, кстати, сражаться я буду, наверное, вплоть до 20-го в форме эльфа. Потому что медведь пока что, ну, такое. Он сильно, как я понял, не танчит. Его также пробивают. Поэтому вот так вот просто буду сначала кастовать, потом посохом добивать. И так вплоть до 20-го, когда получу уже форму кота. Тогда я уже буду в коте бегать. Но где-то, в принципе, плюс-минус на 19-20, когда вот пойду сам уже в мертвые копи там, ну или в какое-нибудь другое подземелье, так как я ферал все-таки, я буду танчить уже за медведя. Поэтому там, конечно, уже пофиг. Как есть, так есть. Буду стараться. Добрый. Добрый день. Найс, 4 гриба в пещере. Это другое дело. Так, где тут еще у нас? В опросе? Нет, в опросе выиграл Хант. У Ханта перевес. Там прям значительный. У меня ж... Я же написал в названии стрима, то, что за Ханта начинаю в понедельник. Я за друида сейчас просто играю, это, скажем так, что-то типа паузы я сделал, потому что я недавно докачал паладина своего до 60-го. Поэтому сейчас небольшая пауза. А потом уже с понедельника начну играть за ханта. Не, друид тут тоже просто вармод, чтобы быстрее получать опыт. И все. А вот уже хант будет на хардкор. С нуля. Друид, по-моему, в голосовании, наверное, был на третьем месте даже. Потому что на втором... на втором, если не ошибаюсь, наверное, даже проголосовали... Проголосовали, наверное, даже за мага. Даже не знаю, кто это голосовал. За мага. Я чутка так подрастроился, когда увидел первые голоса. Потому что за мага, допустим, да я вообще в целом за кастеров не люблю особо играть. Кастеры и разбойники, это для меня прям, ну не знаю. Для крыс. Что-то типа того. Без обид, конечно, для тех, кто за них играет. Это стереотип мой. Так, что у нас только 2 гриба тут только было. Печально. Я тут узнал недавно, что хантам дали верный выстрел.
Я в шоке, если честно, теперь рейдить за него в разы круче. Верный выстрел. Так, верный выстрел. Знать бы мне. Это, короче, тот, который кастуется. Такая желтая иконка у него там, по-моему. Который добавляли хантам в БК. Я знаю, что там добавили, да, один выстрел. Да-да-да, значит, да. Понял, да, о чем ты. Этот выстрел, да, я как-то... когда вот я только-только начал на черепахе играть, я первые 5 стримов я посвятил ханту. Я там его прокачал до 22 левела, и там вот потом ради интереса глянул, какие есть способности новые. Ну, относительно новые. На ханте посмотрел у тренера. И там, да, нашел вот этот вот выстрел. Это, по-моему, единственная способность. А, нет, не единственное. Еще у Ханта есть новый аспект. По-моему, называется аспект Волка или что-то вроде того. Он запрещает Ханту стрелять, но ты превращаешься в мили Ханта. В ближнем бою начинаешь драться. А выстрел, да, он там, по-моему, где-то с 40-го левела, наверное, появляется у тебя. Поэтому будет, думаю, что интересно. Поиграть. Ну вот насчет аспекта. Этого аспекта волка я вот не знаю. Меня терзают мутные сомнения, как там Миликант. Я лишь вот видел, как на этой классике, на официальной пробовали, скажем так, потроллить. И играли в миле. Но там у чувака топовый гир был. У него 2 одноручки. В одной руке вообще была легендарка. Громовая ярость. И он там не то чтобы в ближнем бою дрался. Он там из ближнего расстояния стрелял. И потом только врывался в ближний бой. То есть, ну, такой цирк там был. Поэтому насчет этого аспекта не знаю. Я так ханта буду в БМ, наверное, качать. Чисто под расчет на то, что вот буду вот надеяться на своего пэта. Ну, против варов, может быть, и да. Я еще не помню, какие там таланты в ветке выживания у ханта. Она же больше для миликов подходит. Может быть, против вара отлично подошло бы. Да, да, все верно. Без талантов дух обезьяны дает 8%, если не ошибаюсь. Но есть вроде бы еще и талант. Есть вроде бы еще и талант, который, не знаю, сколько там можно вкачать очков, но он тоже увеличивает процент. То ли еще на целых 5%, то ли на 3, не помню, честно. Я просто не мейн за охотников, далеко не мейн. Никогда у меня не было 60-го левела на охотнике. Только вот паладин и друид. А вар, по-моему, он же случаем не может как раз-таки после уклонения нажать overpower. Способность. Да-да-да, вот в этом-то и проблема. По-моему, если вот получается у ворот, он сразу же юзает overpower. И способность мгновенная, еще и по голове бьет больно.
Тогда даже нет смысла использовать обезьяну против вара. Но у волка аспект, не знаю, надо посмотреть, сколько он там, значительный ли бонус он дает для мили ханта или нет. Так-то интересно, конечно, узнать. Так. Раскачать это в каком смысле? Он статичен? Только 150 даст и все? Понял. Ну тогда да, появляется вопрос, насколько он, допустим, будет полезен как раз-таки на 60-м. Да. Ну, то же самое, да, об этом вот я и сейчас подумал. То есть на ранней стадии может быть и интересно там попробовать какого-нибудь твинка ханта одеть. Вот не знаю, какой там, вот, на каком он левеле появляется этот аспект. Где-то 20, по-моему. На 20 может быть, или каком. Неважно. Сделать твинка 39-49, и тогда уже, наверное, что-то из этого сделать. А вот на 60-м вряд ли. Так, куда все олени пропали? Три тысячи 700 человек. Неплохо, неплохо. Да. Я его уже докачал вне стрима. По-моему, последний левел, который был на стриме, наверное, 55-й какой-нибудь. Ну, я просто уже хотел поскорее его закончить, чтобы не затягивать с хардкор-челленджем. То есть, когда вот об этом речь зашла, раз уж я сказал то, что ну, давайте попробую. Не хотел, чтобы это потом затянулось до какого-нибудь, не знаю, до июня условного, да. В том-то и дело, что нет, я ни разу не был. Мое последнее, самое высокое подземелье, это, наверное, был, получается, затонувший храм. Sunken Temple. Там, где Ираникус, последний босс. Дважды туда ходил. Один раз просто по всем квестам, которые у меня были. Второй раз я получил еще паладиновский квест. И все. А так я в локациях, в этих, в чумных землях. Был. В западных, немножко в восточных, там у Тирио набрал квесты. Где еще? Унгору, конечно же. Блин, не та кнопка. Да, сначала Унгору. После Унгора пошел в западные чумные земли. После чумных земель, наверное, я пошел уже вот сюда, Фейлвуд. Оскверненный лес. Тут неплохо так. Квестов тоже чутка добавили. Потом восточные чумные земли. И вот уже здесь, в зимних ключах, я, по-моему, добил 60-й. А потом для PvP, наверное. Сейчас я чуть-чуть сменил ему спек. Сделал не до конца прота. То есть там нету прокачанного до конца таланта, который ему там что-то, новый талант, который вот снижает входящий урон там на 25% и так далее. И остатки я закинул ему также в ретро-ветку. То есть сначала я чисто достану немного шмота в подземельях.
А использовать прот-ветку собираюсь, чтобы, допустим, сходить в low-level dungeon и, допустим, набрать зелень для для своего этого друида, например. Вот у меня тут чуть-чуть шмоток есть. Вот так еще пару раз похожу. Ну и плюс, наверное, может быть, какие-нибудь синие шмотки выбью боешки, которые смогу продать. И подзаработать денег на эпический маунт. А шмотки есть, да, шмотки есть и на холли, и на прот есть. Я думаю, поднакопить там же, я узнал то, что 300 голды стоит двойная ветка специализации. Правда, я не знаю, где ее надо активировать. Но сказали в чате гильдейском то, что 300 золотых надо. И, соответственно, тогда я сделаю себе одного, наверное, прот паладина. А второй чисто для ДПС попробую вот, наверное, шок 1 билд. Фулл холли. Так, сейчас. Ну, это однозначно, да. Это 100% прот лучше. Там столько изменений было. Ну посмотрим, я еще пока гильдию не менял. Но в этой вот, в которой я с первого левела, я точно не останусь. Я ее покину. Это однозначно. Я планировал присоединиться к какой-нибудь русской гильдии. Так будет, сподручнее. Удобнее общаться по-русски. Надо присмотреться, какие там нормальные есть гильдии адекватные. Я просто ни одну не знаю. Я вот видел, да, там вот Белуга, Сказка, там еще одна вот Феникс, что-то вроде того как-то там называлось. По-моему, тоже русская, русскоязычная, по крайней мере, мне так казалось. Поэтому присмотрюсь, пообщаюсь, спрошу. Тогда да. Обязательно поменяю. Потому что в этой английской мне уже нет смысла оставаться. Ну да, я разузнаю вот побольше о них. Сначала. Ну, наверное, по данжам. А вот насчет рейдов я еще подумаю. Потому что, честно, вот в рейды ходить я не люблю. Тратить на рейды... Сколько там, блин? Один рейд, условно, 3-4 часа. Для меня это чуть ли не пытка. И подготовка вот тут заранее, допустим. А так, да, страт, школа, БРД... Все вот эти данжеты 100% надо пройти. Там одеться можно неплохо. При рейд бис условный набрать. Так, еще один олень. Ага. Ну хорошо. Хорошо, да, постримлю. Так-то я концовку своего паладина не стримил, просто потому что я там, ну, в ускоренном режиме бегал, делал квесты. Ну, ничего особенного такого, ничего интересного. По данжам даже не ходил. У меня там сейчас на паладине шмот, если так в среднем сказать, ну, средний уровень 45-й. То есть данж, я не знаю, шмотки с этого. С Зульфарака и с принцессы Марадона, по-моему, да, молот выбил оружие двуручно.
Блин, не то. Зульфарака, что у меня там? Перчатки вот эти, да, с этого босса Зульфарака. Плечи тоже с ласт босса выбил. До сих пор они на мне. Зелень тоже всякая есть. Ну, тринки разве что. Понабрал там. Различных. Так что там пока ничего такого интересного. А так, да, конечно, похожу. А молот... Я в Марадон пару раз пытался сходить, вот, кольцо выбить. Но вот никак. Выбил вот только вот этот вот молот у меня сейчас на паладине. Первые вот два забега бегал. На этом паладине. На принцессу. Она вот выкинула это кольцо дважды. Два раза подряд. И вот я проиграл ролл. С тех пор больше не видел. А так, штанцы, допустим, хотел выбить. Вот, наручи тоже хотел выбить, еще нету. С гоблина хотел выбить вот этот вот щит. Тоже пока что еще не получилось. Так, что мне тут по квесту дальше надо? Обратно. Да, давай. Так, ну что ж, обратно. Обратно летим в Дарнас. Мешочек хороший, как раз для хила. Я его, наверное, на всякий случай оставлю. Ресторит 50 маны каждые 3 секунды за 15 секунд. Ага. То есть, по сути, 250 маны. По крайней мере, на данный момент это чуть ли не как иннервейт заклинание. Блин, что-то я не понимаю. Поставил себе монобар для друида. И он работает только вот на самого первого друида, которого я себе сделал. Отображает. А здесь не отображает. Нужно мышку навозить. Как так-то? Текст. А, понял. Надо посмотреть иначе. Так, Droid Bar, Readme. Слышь, команда.
Во, точно. Надо было просто вот так вот сделать. Включить. Совсем забыл то, что я в прошлый раз зашел в файл README. И там были настройки команды. Так, ну вот, ништяк. Так, ну что, тогда сдаем квестик. И я получаю новое заклинание. Cure Poison, по-моему, называется. Снимает яд. Правда, мне больше нравится его усовершенствованная версия. Она немножко иначе будет называться, но действует она как ходка. Она будет там каждые 3 секунды снимать яд. То есть это прям вот отличное подспорье в сражении против разбойника. Если он кидает блайнд, и у тебя до этого стоит вот твоя ходка на снятие яда. То естественно, сразу же снимет. Ну или через секунду. Так, Cure Poison. Poison. Вставляем. По-моему, в прошлый раз я ставил на C. Так, окей. Чистим от мусора. Так, надо вот вспомнить, что у меня там с банком. По-моему, я его там полностью забил тканью. Да, все так. Просто все забито. И следующий слот стоит 10 золотых. Нет, спасибо. Я человечек экономный. Возьму и поставлю 10 слотки вместо 8 слоток. Поменяю местами вот так вот. Хитро, аккуратно и со смыслом. Так, ну вот 3 слота, если что, мне тут свободно, отлично. А, ну и хорошо. Закину вот эту вот хрень. Чтобы она мне не маячила. Сумки пусть будут тут. Вместе вот с этой штукой. Хотя, может быть, я ее тоже продам. Ближе к 20-му, 19-му она, наверное, уже будет бесполезна абсолютно. Камень возвращения все-таки поставлю, наверное, на Штормград. Потому что так я обычно делал, когда играл с друида. Камень возвращения на Штормград, а что если надо обратно вот на родину, то я использовал уже телепорт.
А там уже бесплатный полет вот сюда. Да, это, конечно, занимает время, но хотя бы бесплатно. И плюс более универсально. У меня есть связь между двумя столицами тогда. Практически мгновенная. Так, ну что, получается, надо потихоньку собирать квесты на Westfall. В Штормграде я взял один. Но все ли это? Collecting Memories. Точно. Это у нас будет квесты на данж. Только снаружи делается. Окей. Ну ладно, тогда полечу в западный край, там просто понаберу все эти квесты и буду их потихоньку делать. А там уже к 18 и 19 будет видно, что мне делать. Может быть, я просто зайду за два аккаунта и проведу по данжу. Чисто ради квеста. И все. Это вроде бы не запрещено. Вроде бы это не считается как мультибоксинг. Плюс никого не будет. Не будет отвлекать. Да, ник Рупьемайзе. Это ж наш соотечественник. Паладин второго левела. Хардкорщик. В переводе с латышского языка Рупьемазе это у нас будет хлеб. Да, надо, короче, до 18 левела докачать. Чтобы я потом смог себе черепашку сделать. Правда, надо дождаться, когда появится ярмарка у нас возле Златоземья. И понабрать квестов так, чтобы не перекачать персонажа. Все вот эти вот там сделать. Эскорт квест этого предателя. Быть готовым для ласт босса. Взять квест на этого, на печеньку или как там, пирожок, который даст потом пиратскую шапку. Хотя, чё я парюсь, я могу просто становить опыт. Так, а кольца у нас... Ну, второе кольцо, да, я лучше просто выбью из босса. И все.
Хотя помимо того, что я могу выбить из босса, я могу вообще упороться и сделать квест, ну, цепочку квеста на то самое кольцо печать Рина, которое просто тупо все статы дает. Придется, конечно, остановить опыт и нехило так потерять много. И все ради 19 левела. Не знаю, даже стоит того это или нет. Хотя, почему бы нет? Возьму и задержусь на какое-то время на 19 левеле. Прокачаю себе твинка, но совсем ненадолго. Посмотрю, как там вообще играется. Как там Альянс побеждает или нет. Может быть, смогу прокачать репутацию с PvP-фракциями. И там у них что-нибудь прикупить. Silver Blade. А что, прям такой хороший кинжал, что ли? Разве что дает эффект. 45 урона от Frost магии. Так, сейчас надо не забыть поставить точку возврата. В Штормграде. Это что такое? Интересно. Cursed Shinbone. Physical damage caused by targets is reduced by 5. Ну да, я когда еще качался в западных чумных землях, там частенько падало серого качества кость. Внешний вид точно такой же, по сути. Но, естественно, назывался по-другому. Там не знаю, какой левел требовался. Прикольно. Хотя он стоит вспомнить, когда я второго паладина, там чисто до 13 левела прокачал. Я когда... Первый вот стартовой локации хуманов этого Гарика Патфута замочил. Один из последних квестов стартовой локации. У него выпало помимо головы, выпал еще двуручный молот зеленого качества. Ну, тоже кастомная шмотка. И вот это вот меня немного удивило. На таком раннем левеле уже хорошее оружие. И учитывая то, что тогда... В тот день там два разбойника еще бегало. Убивали они стартовых этих левелов игроков. Я тут же сразу загорелся, захотел отомстить. Но, к сожалению, так и не нашел ни одного, ни второго разбойника. Так, точка возврата есть. А точка полета стоит ли у меня? Ну, что-то подсказывает, что да. Эх, сейчас бы бонус дракона. На 2 часа. Да, походу стоит. Да, окей, ладно. Хорошо, тогда идем в западный край.
Так, а что у нас вообще падает в этих лоу-левелах данжах? Так, это... Это у нас... Пещера стенаний. 16% штаны. Угу. Леди Анакондра. 8% ремень. А, ну еще посох неплохой. Блин. А вот посох я бы взял. Не припоминаю, чтобы такой посох падал в оригинальной классике. Must have. Так, ну понятно. С него никогда андроида ничего не нужно было мне. Лорд Питас. Да, помню, когда мы ходили в подземелье с девушкой. И когда мы стукали этого босса, я же тогда в том видосе делал субтитры вручную. Я его, в принципе, так и перевел. Не Питас, он же в русской локализации Питонас. И я просто написал по-английски Лорд Питонас. Лол. А тут он Питас, оказывается. Так, ладно. Armor of the Fang. По-моему, фигня полнейшая. Зелень. Да, а, 7 хп. Но все равно Armor of the Fang, он, по-моему, не настолько хорош, как нагрудник Братства Справедливости, который дает, по-моему, 11. Там стамин и еще ловкость и силы. Поэтому тут уже, ну, как есть. Тем более сет-бонус не обязателен. Как раз вот 6 шмоток. И сет-бонус только на 5 шмоток дается. Причем вполне интересно такой. Плюс 15 к интеллекту. Прошу. Вообще-то. Нифига себе. Тут сет-бонус такой, блин. Я смотрю, каждый сет-бонус чисто на друида сделан. Increases damage done by nature spells and effects by up to 14%. Attack and casting speed by 1%. Походу его изменили. Сет бонус. В оригинальной классике что-то мне подсказывает, что эти сет бонусы были куда хуже. Особенно для стартовых сетов. Хоть и Scarlet сет, вот, из монастыря, по-моему, все такое же говно остался. Increases healing done by spells and effects. Фига себе, и плюс 15 интеллектов. Блин. Да мне, получается, надо собрать 5 шмоток. А нагрудник я просто возьму самый лучший от сета Братства Справедливости. Потому что там все остальные шмотки Братства Справедливости тоже говно. Так. Бафнем. Хардкорщика нашего. Без этого никак. Они должны жить. Жить и выжить. Пережить этот кошмар. Это у нас тоже? А нет, это ньюкамер. Обойдется. Так, ладно. Смотрим дальше. Bracers of Wild Growth. А по-моему, кстати, наручи вот до 20 левела как раз-таки особо хороших нигде ты и не найдешь. И вот неплохо, что добавили, хоть такие вот, которые дают 5 интеллекта. Блин, а я ведь когда за паладина играл, я ни разу даже не сходил в это подземелье. Даже не собирали группу. Я просто ссылался на то, что... Так как нас все-таки не телепортируют в данж, нам самим надо добираться. Я пока дойду до туда, блин, полгода пройдет. Все-таки далеко находится. Так. И вот я и никогда не ходил.
пещеры стенаний. Только в мертвой копии. А после... После мертвых копий куда я шел? А, Shadow Fan Keep и Black Fathom Deeps я ходил. Ну, это уже просто потому, что квест. Не более. Потому что просто так я бы тоже в эти данжи не ходил. Первый слишком далеко, хоть он прикольный, он мне нравится, да? Крепость темного клыка. А непроглядная пучина это прям вообще днище. Не люблю. Долгое подземелье. Хоть оно и вполне неплохое. Вполне такое интересное, но вот вторая часть подземелья, она прям долгая-долгая. А еще у нас прям, по-моему, тогда вот, когда мы проходили, если не ошибаюсь, случился еще казус, то что кто-то, по-моему, ушел в АФК, вроде бы. А еще один чувак, который с нами остался, четвертый член группы, он там вообще начал какой-то херней страдать. Потерялся там в одном месте, где невозможно буквально потеряться. В общем, да, творил дичь. Поэтому мы еще медленнее его проходили. Но мы прошли. Прошли до конца. С честью. И я выбил тогда еще меч двуручный. С гидры. Который так проносил еще довольно долго. Так, в общем, да. Вот эти вот наручи тоже, в принципе, можно выбить. Хоть тут, к сожалению, не показан шанс дропа. Блин, мне все больше и больше хочется туда зайти. People's Militia. The Defies Brotherhood. Так, The Old Church. А надо ли он мне? Я сколько там делал? Там длинная, очень длинная квестовая цепочка. Она была настолько длинная, что я в первый раз, когда я делал, я просто запарился ее делать. И я уже не понял, когда же у меня будет... Тот самый квест, который отправит меня в подземелье. Но с паладином потом, когда я вот начал качать паладина, я все-таки дотерпелся. И начал делать квест. Хотя, не, это же, по-моему, не это вот, не Church. Это вот этот вот квест, да. Я перепутал. The Harvest Golem Mystery. Точно, вот он. Вот с ними я долго мучился. Так. Ладно, возьмем. Почему бы нет? Так, хорошо. Что у нас тут? Посох. Ну вот этот вот посох, кстати. Я бы не сказал, что он... На друида. Спирит, какой бы он ни был бесполезен в классике, как бы это тупо не звучало, он полезен для воина. Резать хп себя после боя, наверное. Я не знаю, ладно. Я не такой уж умный в этом плане. Что за воина я не играл. Но здесь нету инты. И это жаль. Поэтому вот этот посох я бы точно не брал. Нафиг надо. Да и тем более он 20-й левел. На твинка он не пойдет. Плащик. А плащик, я уверен, я найду и получше. Так, а церковь, по-моему, там находится, да? Да, я правильно иду. Так. А лорд Серпентис у нас что дает? Ботиночки. Ботиночки от Гуччи. Перчаточки. Норм. Я, кстати, никогда вот не смог выбить себе вот этот вот лук, когда делал себе твинков еще давно там на приватных проектах лича. Никогда не смог выбить себе этот лук. Но вот ботинки и перчатки можно, конечно. Но перчатки все равно по-любому придется заменить. Так, Abundant Letter.
Ладно. Идем обратно, короче. Сделаем первый этот легкий квест, который... Просто письмо надо отнести мастеру полетов. Вспомнил то, что зеленые перчатки Клыка, они, по-моему, тоже по статам говно. Поэтому тут вот чисто вот буду рассчитывать на то, что у меня вот будет приятный сет-бонус. Надо тут, кстати, посмотреть. 1% только, нифига себе. Serpent's Bite. Вау. Ну да, 3 силы и 3 ловкости. И это на 16 левел перчатки. Ну да, тут чисто нужно рассчитывать на то, что будет у меня сет-бонус, это во-первых. И во-вторых, я все-таки смогу зачарить их хоть как-то там на плюс сколько-то там, я не знаю, на одну стамину хотя бы, да. Далее. Мутанус-пожиратель, ну тут уже, я смотрю. Да? Cobble of the Fang. Тут я думаю, почему 6 шмоток? Я еще даже промолчал. Теперь я понимаю, почему такой мощный сет-бонус дается. Потому что одна из шмоток 22 левела. К сожалению. И это получается что? Нагрудник из мертвых копий выбить я не смогу. Просто потому что мне будет 5 шмоток, не считая вот это вот. Хоть это, блин, хорошая. По статам прям вообще. Чисто на друида. Так. Блин, как же грустно, а. Придется довольствоваться вот этим вот говнонагрудником. Ну, хоть 7 стамины дает. И опять же придется рассчитывать на сет-бонус. Ну и плюс, да, посох все-таки точно. Тот посох, который будет падать в этой пещере, вот, в стенании, в этом данже. Леди Анакондра вроде, да, да. Это на Ферал друида. Тем более, вот, даже сейчас только заметил, что он еще 60 брони дает. А я-то, если собираюсь твинчить, то я, скорее всего, буду баланс друидом. И, соответственно, мне нужен будет другой посох. Тот самый, который падает с гоблина в мертвых копьях. Вот хотя бы он мне даст там статов. Далее, что у нас тут? Дракончик. Дракончик, ладно, рарка. Да и тем более он дает фигню. Тотальную фигню. Так, мертвые копии, смотрим. Хрень. Хрень. Снид. Ну а даже у него перчатки, это хрен. Хрень полнейшая. Ботинки. Ботинки у него будут Клыка, по-моему, если не ошибаюсь. Понятно. Так, ну вот. Колечко можно отсюда одно взять. Гилнида. Штанцы, ну. Если у меня не будет из этого клыка, можно пока что будет использовать эти, потому что они с 51% шансом падают. И это вполне нормально. Вот, капитан Зеленямс. Ремень говно. Копье тоже, тем более копье мы не можем носить, мы друиды. А вот посох... 5 хп, 8 инты и дух. Вот это вот самое... По-моему, это самый адекватный выбор. Потому что там еще есть награда за квест. Сам квест.
За убийство Эдвина Ван Клиффа. Там вот на друиду, ну, что там, хилу, разве что посох может подойти. А, там нагрудник дается. Точно, там нагрудник дается 5 хп и 11 ловкости, по-моему. Но опять же, мне нужен сет клыка. Я уже с этим определился. Думаю, все бонусы общие, которые я получу за 5 шмоток, они переплюнут шмотки. Переплюнут, точнее, недостаток. Мистер Смайт тоже. Двуручный молот. Тупо на Ферал Друида, который не катит на 19-м левеле особо. Далее. Так, ну вот печеньку мне обязательно надо. Пирожка этого, или как там его... В общем, неважно. Этого... Мурлока завалить. Просто по квесту, потому что мне даст шапку. Даст зеленую шапку, пиратскую. Так как у меня нету инжи. И не будет у меня инженерных этих очков. Так, ну а эта одноручка мне тоже не нужна. Нагрудник, ну херня тоже полнейшая. Трэш-мобы, что они дают? Black Defiance Mask. Не знал. Тоже прикольно, ну да, тут надо смотреть вот сам сет-бонус. Вот, опять же, по-моему, сет-бонус чисто тот же, что и на классике. 30 армора, аркан резист, дает немножечко урона этого вот. Точнее, навык. Кинжалы. И атак пауэр повышает, но это вообще бред. Скучная фигня, точнее. Так, speak with bishop farting. Ладно. Лады. Но маска прикольная. Она еще увеличивает, конечно, стелс. Но это уже чисто на разбойника, потому что на 19-м леве, опять же, не будет. Не будет у меня формы кошки. Формы. Так, понял. Далее. Получается, большая часть лута у меня берется именно вот с пещер стенаний. А если ради интереса посмотреть вот это вот, что у нас тут? Крепость темного клыка. Нагрудник. Тоже кастомная шмотка. Я смотрю. По статам, конечно, неплохо, но опять же, у меня будет нагрудник клыка. Поэтому без комментариев. Дальше. Фелстит. Понял. Бучерс кливер. Фигня. Нельзя носить. Понял. 21 левел. Уже. Шмотки на 21 левел. Смотрим. 23-й, ну понял. В общем, дальше уже, походу, шмотки не для меня. А, не, я лучше сначала поговорю. Там, в начальной локации. Пойду туда. Так, дальше смотрим. 21-й. Death Sworn Captain. 20-й. 21-й. Penrose Devourer. Плащ хоть, кстати, получше уже. Pardon, больше на Феро. Наручи нет.
В общем, понятно, короче. Shadow and Keep уже не для меня. Только первый босс, который... И то там шмот... Ну, не подходящий. Другой. Так, а... Black Phantom Deeps. Начало уже смотрю с 20 левела. Думаю, тоже, скорее всего. Да. Понял. Значит, мне нужно идти только... Сначала фармить, тупо фармить. Вот этот вот данж. Wailing Caverns. Но начну я с мертвых копий. Так как это просто тупо проще. Быстрее. И все, что мне там надо, это выбить колечко. Ну да, надо все-таки интеллект. Колечко, посох. Ну и все, по сути. Больше особо там ничего и не надо. Заодно сделаю квест. Точнее, начну. На второе кольцо, которое смогу сделать. Ну и плюс получу шапку пиратскую за квест, за убийство пирожка этого Мурлока. То есть при удачном раскладе это можно все сделать за один забег. Но если говорить о моей удаче, то это займет надолго. Ну, во всяком случае, я это буду делать вне стрима. Подготовиться надо будет вне. Потом уже, когда заряжусь по полной, тогда уже запущу стрим по твинку друиду. Ну или просто сделаю видос. Так же, как я сделал там небольшую PvP нарезку на ProBG. На 49 левеле за паладина. Который, как ни странно, набрал просмотров. Я совсем не ожидал. Так, ну все, возвращаемся обратно. Сейчас тогда обратно иду в Штормград, чтобы сдать квест именно мастеру полетов и полечу обратно в западный край. В принципе, долго сегодня задерживаться, наверное, не буду. В Варкрафте. Сколько тут уже? Почти 2 часа. Ну да. Еще чуть-чуть. Посижу. Так. Да, в общем, приключения меня ждут хорошие такие. В пещерах стенаний. Ну и тогда сброшу, конечно же, таланты. И ради прикола поиграю за баланс друида. Потому что хилить я, честно, не намерен. А хилинг тач, если полностью сократить на 0,5. Это сколько получается? 1,5. 1 секунда? Блин. Интересно. Практически моментальный хил. 1,5 тогда будет второй ранг. И он будет хилить практически на сотню. Блин. А ведь это тоже интересная идея. Даже не знаю.
Это немножко меняет все. Хотя с другой стороны, ну да, с одной стороны хочется именно участвовать непосредственно в боях, наносить урон и так далее и тому подобное. С одной стороны. Но с другой стороны, всегда есть мысль. Кто, если не ты? Вот попадешь на поле боя, вот уже видишь, допустим, 5 бойцов есть, ты шестой, и никого нету из хилов. А кто хилить-то будет? То есть, ну да, ладно, бывает вот в том же видео, которое я снял про PvP на 40-49 левеле, там у нас хилов, по-моему, не было. Но один чувак просто взял на себя эту обязанность и действительно хилил. И молодец, держал. Держал живого нашего воина, пока он тащил флаг на базу. Я там тоже немножко пытался подхиливать и кидать бафы, там фридом кидал и так далее. Потому что мы универсальный класс все-таки. И чуть-чуть мы обязаны подхилить. Ну а если никто не захочет, если вообще не будет подходящего класса для хила, будут какие-нибудь тупоохотники, разбойники и так далее. Так, летим. И, соответственно, я не смогу насладиться толком боями на 19 левеле. То, что там, допустим, условно, у Орды может быть там каких-нибудь 2 хила, а у нас 0. В принципе, сам сет-бонус хороший за шмотки клыка. Ну что тут? Ну да. Кастовать, конечно, я буду медленно. 2 секунды целых. Это еще я не знаю, какой у меня там будет следующий ранг. Не повысится ли еще на 0.5. Но урон какой-никакой я смогу наносить. То есть, в принципе, можно играть от гибрида. Набрать очков в хиле. А один оставить, не знаю, вот сюда. И все. Да ничего страшного. Я тут в себя погрузился. Думаю остановиться немножечко на 19 левеле. И попробовать подвинчить на друиде. И вот сейчас вот у меня дилемма. Прокачать ли full баланс друида, либо попробовать все-таки рестор друида. Так, это мы сдаем. Я просто тут пока посмотрел. В данже в пещерах стенаний изменили сет-бонус. У шмоток вот этого вот сета, сет-клыка. Причем все сет-бонусы, они прям офигенные. Вот, сейчас вот на экране, да? Он и увеличивает урон, и... Так, эффекты, то есть отхил тоже будет увеличивать, да? Именно от магии природы. То есть, соответственно, это мой тип. Соответственно, это хил, да? Потому что магия, по-моему, у меня от... Тайная, наверное, урон. А не природа. ХЗ. Надо посмотреть. А нет, гнев это магия природы все-таки. А вот Moonfire это да, это аркан. Вот. Дальше вот 3 шмотки. Увеличивает, да, вот то, что ты вот написал. Хасту. 1%. Потом 4 шмотки. Еще плюс 22. Увеличит хил. И 5 шмоток. Плюс 15 к интеллекту. Я вот что-то не припоминаю, чтобы в оригинальной классике были такие бонусы. И вот я тут загорелся. Может быть, мне остановить опыт на всякий случай на 19-м и сделать себе твинка. И вот думаю, баланса или все-таки рестора. Потому что, допустим, рестору я могу тут снизить скорость произнесения тоже. Хилинг тач. На целых 0.5 секунд.
А первый ранг заклинания Healing Touch это только 1,5 секунды. И, соответственно, первый ранг заклинания вообще за секунду будет кастоваться. Это имба. Второй за 1,5 секунды будет кастоваться. И что-то вот я вот даже не знаю. То есть поначалу, да, я думал тоже сделать себе баланс друида. Потому что у него вот есть Nature's Grasp, это прям вот полезная штука. Поэтому так или иначе, баланс или рестор, я все равно вкину 1 очко сюда. Чтобы было вот это вот заклинание, как лишний деф. Деф-способность. Вот когда я узнал то, что вот кастуется так быстро, первые заклинания. Эти вот хилки. И их так можно сократить, то это прям вообще... Overpower. Да-да-да, вот я и думаю, то что в оригинале... Я просто вот пока качал паладина, я не был в этом подземелье в пещерах стенаний. Я видел сет-бонус от данжа мертвой копии. По-моему, тот же классический. То есть, ну, сет-бонус такой, какашка. Сейчас вот покажу на экране. Блин, кто там дает? Ну, вот Эдвин Ван Клифф, вот. То есть 30 армор, 10 аркан резист, плюс 3 к ножам и плюс 20 атак пауэр. По-моему, это типичный классический сет-набор. И такой же, без изменений, был сет Алого Ордена. Там тоже какашка, по сути. Только один бонус дает, там крит. И все. Вроде бы так. Одна шмотка вроде только по крафту. В смысле? В смысле по крафту, это как понять? Не понял. А, допустим, вот первая шмотка. Штаны. Падает с босса. 16%. Я тут смотрю, вот добавили вот шестую шмотку. С ласт босса. Она мутануса. Но она 22 левел. Поэтому вот я сразу не рассчитываю. Но тут нету шестого сет-бонуса. Тут только 5. Ну так вот, штаны раз, есть, дропается. Потом леди анакондра. Второй, ремень. Потом лорд питонос. Броня 3. А лорд серпентис. Ботинки 4. И трэш мобы. С них всегда перчатки падают 5. Все норм. 5 шмоток есть. А вот капюшон, да, капюшон, к сожалению, не получится. Потому что, ну, 22 левел. Отвинчится, я на 19 собираюсь. Сет Алого Ордена вообще не был в классике. Честно, ну, не знаю. Мне казалось, был. Но он прям был вообще бесполезен. Сейчас вот я его включу, кстати, ради интереса. Вот, ботинки. По-моему, он был. Не? Тоже такой себе. Плюс 50 броня. Плюс 4 защита. 10 shadow resist. 30 атак power против андедов. Именно. И вот только шестой сет бонус дает шанс хита. Плюс 1%. То есть, ну вообще херня. Целых 6 шмоток нужно собрать, чтобы получить самый полезный сет-бонус. Но там сет Алого Ордена, он тяжело выбивается. Потому что там есть нагрудник и ботинки, которые выбиваются с трэша, по-моему, да? А, ну и в риста, ну, наручи, и ремень тоже с трэш-мобов выбивается. Вот ботинки. Мне повезло, кстати, ботинки я за паладином выбивал, у меня был ботинок. А вот нагрудник, прям вот я вообще редко видел. Я даже здесь его сейчас не вижу. Так, я сейчас слепой. Срано. Или он... Где он падает-то? Ага, грейвьярд. Посмотрим, трэш-мобы.
Понял. Так, а если кафедральный собор? Трешмобы? Короче, что-то здесь не показывают. Ну, а, во-во-во, нашел. Scarlet Chest Piece. С чемпиона падает? А, чемпион это именно... Это не тот рарник. Это просто неписи. Трэш-моб. На Т0. Это какие-то пре-60 ты имеешь в виду или что? Я просто не очень в этом шарю. Страт школа. А, ну вот, как раз я это и включил сейчас. Ну, допустим, Bloodmail сет. 5 шмоток. Защита плюс 3. 10 атак пауэр. 15 все резисты. И парирование 1%. Мне кажется, это, наверное, оригинальные какие-то. Я сам, правда, не знаю, какие там сет-бонусы были. Но думаю, черепаха бы такие не поставила бонусы. Если на сет клыка они поставили такие прям мощные бонусы. Так, сейчас я поставлю музычку. Гилнес. До 8. Сейчас, секунду. Ну, кажется, понял о чем-то, да? Сейчас. Я не помню, где они тут просто выбираются. Данжен. Вот это вот, наверное. Вот. Вот. Нашел. По-моему, мы с тобой их смотрели. Когда я за паладина играл. Плюс 200 армора. Допустим, это вот на приста. Да, по-моему, это все классические сеты. Сет-бонусы. Все те же. Чекну, допустим, на паладина. Ну да-да-да. Это все тоже. Тут ничего не меняли. Я так понимаю, они больше обращали внимание на стартовые шмотки, потому что я еще присмотрелся на лут. Они как минимум хотя бы одну шмотку добавили почти каждому боссу в этих в лоу-левел данжах. Кастомную шмотку, причем полезную довольно. А вот контент для хай-левела, ну не знаю, наверное, какие-то новые шмотки просто добавили и все. А вот бонусы, наверное, ничего не меняли. Такие были в классике, это я точно помню. У воина, по-моему, был шанс откилиться в бою, да. Chance on melee attack to heal you for 88 до 132. Так что как-то так. Так. О, возьму квест как раз на данж. Ну вот, к сожалению, пока так все получается. Зато отличный сет тут есть для того, что я собираюсь собирать. Заодно и гляну, как там на 19 левеле играют. Наверняка только твинки. И я тут же разочаруюсь, то что потратил кучу времени.
Я, в общем, подумываю, наверное, сделать рестора. Вот с одним очком здесь вот, Nature's Grasp. А чуть что? Ну, урона сильно, ну сколько тут? Ну, не знаю. Будет ли сильное изменение в уроне? Блин, конечно, каст снижает скорость каста. И правда, вот этот вот талант, он тоже изменен. У друида я смотрю, потому что в классике этот талант... increase damage you deal with... Да, этот талант только увеличивал мили урон. А теперь он еще увеличивает крит в ближнем бою и заклинанием. На 3% тоже. При всех трех очках. Вот этот хороший талант, к сожалению. А тут в Хиллсбраде нет квенное одеяние на СПД. Без понятия. Тем более, если это касается Орды, то тем более. Я за Орду. В классике за Орду я не играл. Я тот человек, который с принципа играет за Альянса. Альянс Forever. Ну, к сожалению, не знаю, что у них там по квестам. А то, что я не играю за Орду, это вряд ли, к сожалению. Я из тех, кто будет постоянно топить за Альянс, за паладинов, за рыцарей света и так далее. Как в старые добрые школьные годы. И кричать то, что Орда сосед. Так что я даже не знаю, какие там квесты у Орды. Так, АСПД. А мне кажется, АСПД как сам по себе, он разве не появился потом? По-моему, вот в классике это было то, что фишка отдельно повышается от хил и отдельно повышается урон от магии. А вот потом уже просто объединили и вот сделали именно вот просто spell power или как-то. Хотя хз, ладно, тут я не буду ничего спорить. Мало ли, уже с памяти что-то не то. Так как СПД это все-таки сокращается spell power damage. Оу, ладно. Я как впервые запустил WoW с другом. Была ката, создали тролля приста. А я нет. Мне вот двоюродный брат установил и тут же просто сам сделал мне эльфа. Эльфа, ночного эльфа, воина. Это была классика. И я просто за него играл. Так, что у нас тут по квесту? Find the Ovnir. Так, ну тут, наверное, лучше поплыву. Окей. Serpent's Bite. Интересно.
Блин, плыть я, наверное, все-таки буду долго. Так-то, конечно, и на суше будет опасно. Мурлоки, гнолы, бандиты. Пройти там вроде особо негде. Ладно, пофиг, плывем дальше. Жаль, я не 16-й. Была бы форма для плавания. Так, тут надо будет потом квесты взять для подземелья. Интересные наплечники. Ну, в принципе, да, что я тут размышлял. Нету даже смысла рассматривать этот нагрудник. Все-таки рестор и баланс. Друид не нуждается в ловкости и в силе. А другие нагрудники какие там были, я и не помню. По-моему, можно что-то сшить с помощью профессии, но все же все так же лучше выбить. Да, в принципе, тоже все шмотки. Да, каждая шмотка практически дает ловкость и силу. Я тоже как-то это не заметил. Да. Ну, в принципе, можно наручи выбить, уже будет интеллект. В конце концов, тут бонус 15 интеллекта. Тут посох из мертвых копий. Да, сет такой немножко странноватый. Только кастомная шмотка добавляет статы, необходимые друиду, как гибриду. Оригинальные шмотки они оставили без всяких изменений. Жаль. Добавили бы хотя бы, не знаю, там пару единиц интеллекта. Пригодилось бы и охотнику, и шаману. Ну и друиду, конечно.
Так, квест. Да, все. Есть. Ля, он как раз его сделал. Получил ту самую шапочку пиратскую. Да, сорян. Отсылка к рыцарю смерти. Так, сколько у меня тут слотов осталось? 4 слота для квестов. 2 я еще возьму в столице. Уже на данж. Ну, в принципе, ладно. По ходу дела я еще эти буду заканчивать. Сейчас даже могу попробовать взять эти часы. Которые там надо было. Не эти. А вот это вот. Или... Не. Что-то надо было. Вот. Humble Beginnings. Если там крипов не будет. Золотая компас. Так, ну пока. КЗ, вроде там где-то трупы валяются. Где-то новые спаунятся. Сейчас посмотрим. Ну, думаю, смогу незаметно залутать. Так, один заспаунился. Ну вот, ништяк. Так, что у нас? Defias Brotherhood. В Лейкшайр надо идти. Ну, в принципе, да, могу побегать тогда. Сделаю эти квесты, где нужно просто говорить со всеми. И тогда буду заканчивать. Фоксик. Понятно. Игрок с ником Дрозд. Теперь понятно, почему Фоксик. Так, ладно, летим в столицу. А. Я мог камень возвращения завязать. Ну ладно.
потом его использую, когда возьму квест в Красногории. Точно. Сдам еще этот квест. Old Church. Получается, тот чувак мне даст, наверное, следующий квест. Тоже, наверное, на Красногорье. Ну, я так и подозревал, то, что нет его в классике. В классике, на самом деле, если вот сравнивать с тем же Сличом, очень много чего нету. Или, допустим, если посмотреть на какую-то шмотку из данжа, то если, допустим, в том же Личе эта шмотка была синего качества, то, допустим, в классике она зеленого. Это, допустим, про тот же сет Клыка я могу сказать. В том же Личе, допустим, там вот нагрудник, он был синим. И он давал другие статы немножечко. По-моему, чуть больше там давал статов. А тут он зеленый. Кольцо тоже, например, если делать квестовую цепочку на кольцо с ласт босса Эдвина Ван Клиффа, получишь вот печать Рина. А хотя нет, там, по-моему, иначе. Там вначале давали зеленое какое-то кольцо, прям вообще по статам фигню. Вроде бы 2 хп и 7 духа вроде давало, или как-то так. А потом оно вроде изменили статы этому кольцу с патчем, но он был в классике. Тут я немножко ошибся. Так, ну вот еще 2 квеста есть на данж. Я, кстати, относительно недавно заметил то, что вот здесь вот, по-моему, в этом доме, есть проход в мини-мини такой райончик, который посвящен именно нашей дополнительной расе, эти высшие эльфы. Там у них, по-моему, всякие вендоры есть, и квесты, наверное, тоже можно брать. Вон там проход, вот вижу. Вот он находится здесь. В районе Дворвен Дистрикт. Прикольно.
Даже столицу, по сути, изменили. Чуть-чуть. Это если не говорить о том, то что в башне магов, по-моему, есть телепорт в какую-то тоже мини-локацию этих высших эльфов. Такс, что у нас тут? Пойти поговорить, только один квест получается, да. Окей, там вроде бы еще какие-то берутся. Простенькие. Шестнадцатый, наверное, не получу. Именно Красногорье? Не когтистые горы? Потому что сами они вот как раз таки стартуют в когтистых горах. И сама по себе локация 20+. Где-то так. Потому что Красногорье это прям вот здесь вот возле нас, возле людей. А вот когтистые? Stone Talon Mountains, вот они. Вот их локация стартовая. Гоблинская. Где-то здесь. И, кстати, где-то здесь находится тоже у них дополнительная локация. Амани Алор, вот она называется. Я вот... А, на карте ее даже нельзя нажать, к сожалению. Но я помню, когда я пролетал мимо на Грифоне. Там прям такой... тролльский город. Прикольный был сделан. Ну, не то чтобы, ладно, город. Такая деревня. На карте, к сожалению, его еще не сделали. Тут, кстати, недавно... я не помню, за кого я там играл, по-моему, еще за Паладина. В чате писали процентуальное соотношение самых популярных... раз и непопулярных. И вот гоблины оказались самыми непопулярными. По-моему, только 3% или сколько там играют за гоблинов от всего населения сервера. Это обидно. Казалось бы, вроде бы прикольная новая раса. У них там расовые способности, ну, такие интересные. А играет только 3%. 3% гоблины, и потом где-то 5-6% вроде бы, плюс-минус, играют за гномов и дворфов. То есть вот топ-3 самых непопулярных рас. А самые популярные это человек, потом, по-моему, идет хай-элф, этот высший эльф. Тоже за Альянс. И на третьем Undead. Да, у них там ускорение ненадолго. Но, по-моему, она дает еще и добав. Типа, нельзя атаки использовать, пока ты используешь это ускорение.
Ну, дворфы, не знаю. Вот почему дворфы такие непопулярны? Потому что все-таки дворфы, это одна из топовых рас в классике. Что для ПВЕ, мне кажется, что для ПВП так вообще 100%, учитывая их расовую способность Stoneform, которая там снимает и кровотечение, и яды, и увеличивает броню. Плюс дает там еще, у них там, по-моему, Frost Resist небольшой, поиск кладов. То есть, ну, хорошие у них расовые способности. Почему не играют, непонятно. Лично я не играю просто потому, что они мне внешне не нравятся. Ну их нахер. А вот почему за хуманов так много играют, тоже непонятно. Потому что из всех полезных расовых способностей у хумана их нету, можно сказать. Вот плюс 5 владение оружием двуручное и одноручное, мечи и булавы. Ну это что? Ну это разве это прям бонус хороший? Ну это фигня. Ну, дает там, не знаю, ну, может, какой-то 1% хита даст, и все. Поэтому я не понимаю, почему целых 10% там или сколько играет за хуманов. Почему это самое популярное? Видимо, просто все привыкли. Классический выбор за хумана играть. Потому что, ну, дух в классике, по-моему, дух это одна из самых бесполезных стат. Это вот раньше там, ну, точнее, потом в Личе. Допустим, тем же друидам добавили в талантах там увеличение там хила или еще там что-то от показателя духа. А в классике же такого нету, таких талантов. Поэтому-то я не понимаю, почему за хуманов так много. То есть там целых 5% увеличения духа. То есть да, но они там, конечно, репутацию быстрее получают. Ну хорошо, ну прокачаешь эту репутацию и все. Потом этот бонус бесполезен. А активная способность Detect Stealth, ну да, можно использовать, конечно. Но нужно всегда понимать то, что это нужно нажать до того, как на тебе раскрылся разбойник или друид. Ну да, вот в том-то и дело, то что дух стал быть полезен вот где-то в Личе. Мне кажется, вот в БК еще плюс-минус там начали балансировать и делать более играбельными те спеки, которые были неиграбельные в классике. То есть там баланс друид, ретри-паладин, например, да. Вот в БК они начали добавлять там дополнительные способности, что-то еще там подкручивать. Но еще, мне кажется, до конца вот это все не сделали. А вот в Личе уже, мне кажется, прям вот ну, все вот это вот обработали вот до такой степени, что уже, мне кажется, вот все спеки заиграли вот прям новыми красками. И все они такие были, ну, играбельные, мне кажется. По-моему, все. Причем не зря же в том же Личе хуманам расовые способности изменили. Вместо активного детекта стелса им добавили каждый сам за себя, который снимает контроль. По-моему, весь контроль снимал в Личе, а потом уже изменили только станы. Ну или я путаю, только всегда станы снимал. Поэтому вот как-то странно. У высших эльфов, кстати, здесь вполне интересная расовая способность. Она, по-моему, набирает ресурс. Она чисто вот копирка. Копирка этого вот. Способности мага Evocation, которая восстанавливает ману. И вот то же самое практически расовая способность у высшего эльфа. Только там в зависимости от класса. Если ты воин, то, соответственно, когда ты нажимаешь расовую способность Хаэльфа, то он тебе генерит рагу. Я это вот совсем недавно заметил, когда ходил в данж, и у нас был танк именно высший эльф.
Я так присмотрелся, опа, он использует расовую способность, и действительно, он так себе создавал дополнительную рагу перед тем, как начать бой. Ну да, вот и поэтому Хуман стал самым таким имбовым, по-моему, PvP-классом. Буквально наравне с орком, у которого был резист к стану. Который сначала был 25%, потом его урезали до 15%, просто потому что это тоже было слишком имбово. Точно так же, как и слишком имбово была эта способность приста, дворфа приста, фирвард. Его ж потом переделали, добавили каждому присту. И, по-моему, здесь тоже на черепахе так же. Если не ошибаюсь. Я еще за приста не играл. Но вроде бы где-то я то ли слышал, то ли читал. Не помню уже. Тут вот вроде бы каждый прист имеет фирвард. Поэтому не обязательно за дворфа играть. Human Hunt? Честно, не помню. А сейчас я гляну. Я как-то не припоминаю. Это у нас эльф стоит, охотник. Я знаю, есть эти даже гномы, ханты. Именно эти мелкие гномы. Почему-то. Вот они есть, ханты. А вот хуманы... Сейчас посмотрим. Не, хантов у хуманов нету. Так я сейчас просто обратно зайду. Дворфы, найт-эльфы, вот гномы. Вот они могут быть хантами. Дворфы, кстати, могут быть магами. Теперь еще. Найт-эльфы. Не помню. А, они не могут быть магами. Так. Ну и хай-эльфы. Тоже неплохой такой набор. Да, так что Хуман, к сожалению, не может быть хантом. Так, это у нас есть. Где тут еще у нас поговорить надо было? Так, по-моему, тут в ратуше. Тоже простенький квест. Ну вот я, да, я как-то вот не понимаю, зачем ханта добавили гномам. Лучше бы хуманам дали. Не знаю зачем. Может быть, потому что у гнома там мало было сочетаний расы, класса. Не знаю. Вообще без понятия. Так-то просто у них расовая способность у гномов, она вполне такая хорошая. Для ханта. Что она там делала? Убирала замедление, по-моему. Снимала эффекты замедления, если не ошибаюсь. А еще вроде бы руты тоже снимала. Типа фростновы. Вот такое вот все. Вроде бы. Но еще жаль вот то, что не додумались попробовать хотя бы поэкспериментировать и охотнику дать вместо маны фокус, ресурс. Ну или хотя бы энергию, ладно, не знаю. Это именно тот, что ресурс вот появился у охотников в катаклизме. Ну и у самих петов был всегда. Раз уж это все-таки полноценная ванила плюс сервер. И столько много разных изменений, добавлений и так далее и тому подобное. Почему бы не дать
ресурс другой. Хотя, может быть, пришлось бы очень много перелопачивать. Возможно, поэтому. Думаешь, плохо? Ну, опять же, я не спец, я не мейн за ханта. Мне просто так показалось, что более уместно им иметь фокус, чем ману. У меня только три мейна в основном. Это вот паладин, друид, а потом ЭДК. Все. Я вот был только разочарован, когда добавили эти дополнительные ресурсы. Вот тому же паладину добавили энергию света. Ты просто бегаешь во время боя, собираешь эти энергии света, чтобы потом использовать на расходнике. Там нужно просчитывать, сколько надо их. Это меня немножко подбешивало. Поэтому я, наверное, перешел с паладина на АДК. Ну, может быть, тогда он, получается, как-то неправильную ротацию создавал себе. Ну, хотя, опять же, мне тут спорить бесполезно. Я за ханта. Но я только вот сейчас вот в Shadow Lands, получается, играл. Но я чисто вот прокачивался. Я играл чисто вот ради того, чтобы сюжет вот сделать видосики по сюжету Shell. И все. Поэтому хз, как там? Мне просто всегда казалось, вот ты играешь за ханта, да, вот мана у тебя есть поначалу. Ты сначала, допустим, бурстишь, тратишь всю ману, там, я не знаю, на все эти свои способности, а потом что ты будешь делать? Закончится мана и что, автоатачишь? Как-то расстояние-то держать надо, дистанцию. Все-таки есть же еще эта слепая зона. По-моему, в классике она была, да? С буфа. А в БФА его переделали, да, там survival ветку выживание в миле спек. Точно так же, как и разбойника, тоже потом как-то с какого-то там дополнения переделали комбат рогу, сделали в outlaw рогу. А я за рогу играл только наверное, в школьные годы на Личе. Но я всегда играл за стелс-рогу. Ну, третья ветка, которая там в невидимости, так, которая еще дает Shadow Step. Все вот это вот. В БФА я играл за Фурика. Просто потому, что у него было очень мало кнопок. И выживаемость у него была просто офигенная. Почему-то ты в бою мог бесконечно как будто драться,
с помощью там этой кровожадности отхиливаться, потом еще деф способность была, благодаря которой еще сильнее мог отхиливаться. Я еще помню, там даже у меня были старые скриншоты, правда, которые уже не сохранились. И отрывки, по-моему, видео, где я дрался даже на БГ. Правда, пока прокачивался там какой-то левел 114 какой-нибудь, где-то так. И там я с ретриком слихнулся в туннеле на этом вот ущелье Песни Войны. И просто один на один минут пять долбились, кто кого, и вообще непонятно. Он там все свои баблы прожал, отхиливался. Я тоже отхилился с помощью своих этих способностей. Вот. Тогда вот немножко так офигел, как Фурик-то хорошо живет. Так, куда мне там надо было? А, мать, зашел. Да-да, пират с пистолетом. У него там были способности, связаны с этим и с пистолетом, да. И помню, как он там кости эти раскидывал. Помню этот спек. Ну, мне вары тоже никогда не нравились. Мне они не нравились просто потому, что... пока ты накопишь этот вот ресурс, рагу, ярость... Блин, вот это вот всегда была проблема. Тебя легко было закайтить, тут особенно вот первые дополнения, да? Наверное, вот в этом катаклизме уже, наверное, стало попроще, я думаю. А вот на лече все еще были проблемы. Плюс эти стойки постоянно менять, это тоже гемор дополнительный. Ты когда меняешь стойки, ярость теряется, плюс другие кнопки. Вот это вот тоже вот как-то слишком много парится. Ну и, конечно, выживаемость вообще практически нулевая. Поэтому и появились, соответственно, эти все мемы, где рывок, БШ и покинуть тело. То есть вот эти вот, вплоть до лича, это вар был полнейшее говно. Поэтому первый раз в жизни я его попробовал вот именно в БФА. У него там, у Фуривара кнопок, ну сколько, 10-15 от силы. Стоек уже не было в это время. И все. Ты просто тупо спамишь кнопки, как хочешь. И цель умирает. Да, популярный мемчик. Монка, кстати, я тоже пробовал. Правда, быстро довольно забросил. Но я его пробовал на этом вот. В дополнение Легион. Прокачивался за ДД. Потом немножечко забросил ДД и перешел в этого вот, в хила. Там уже хилил. Вот хил мне понравился. Правда, кнопок нереально много. Причем я скажу по секрету, я вплоть до Shadowlands не использовал вот эти вот бинды. Я все время кликал. Всю свою жизнь я начал играть с классики. И вплоть до Shadowlands я кликал на способности. Вот в Shadowlands я уже решил поставить бинды. И то далеко не все. Допустим, я не использую бинды с кнопкой Alt и там буква-цифра. Или Control. Я только использую какие-то буквы, которые рядом находятся у меня на клавиатуре. И с шифтом тоже несколько биндов есть. А так, вплоть до Шаэла, я тупо кликал. И смешно, и страшно. Ну, на ЛК, кстати, я за Вара не играл. Вот именно в ЛК я больше полюбил Паладина. Потому что вот он там вообще ломал лица направо и налево. У него там было оптимальное, самое оптимальное количество способностей.
Для выживаемости, для нанесения урона. И плюс я всегда качал еще инженерное дело. Там ботинки нитроускорители, перчаток. Перчатку с ракетой вставлял. А, ну, F вот эти все я тоже не ставлю. Никогда. Вот-вот, а я вот пытался как-то просто чисто ради интереса прикинуть, как люди вот, какой палец, куда они, как они, что они ставят. И вот не понимаю вот этого всего. Control и Alt. Вот у меня никак ничто не забинжено, не поставил. А вот Shift, да. Shift плюс-минус могу. Правда, Shift у меня чисто вот буквы. Ну, тут у меня все на экране видно. Вот все, что вот у меня есть, это все бинды есть, по сути. Shift и несколько букв. Shift плюс X, Shift F, Shift R, C, V, G, T, B и Z. Все остальное просто буквы и плюс вот еще буква Ё русская. Она тут вот прям возле Escape находится. Буква Ё тоже. И плюс я еще по такому же принципу, плюс-минус на каждой фракции, ой, фракции, на каждом классе, допустим, делаю то, что вот T, F и вот эта русская буква Ё, это чаще всего у меня кнопки для контроля, допустим. Shift я, это получается маленький, этот мизинец, наверное, получается, палец, да, называется, правильно. Самый крайний, слева. Мизинцем получается. Удерживаю мизинец. Или... Да, мизинцем. Но у меня еще это, у меня передвижение. Я заметил, вот у меня друг Warcraft играет. У него передвижение тоже иначе поставлено. Бинды. Как он там мне сказал... У меня, допустим, Q и буква E на клавиатуре, Q, E, они никак не забинжены. То есть они также мне просто передвижение делают. В левый бок и в правый бок. То есть вот, я нажимаю Q, E, я иду в бок. А вот у него это как-то иначе движение сделано. Я вот как-то попробовал сначала забиндить, и вот как-то вот... Было вообще неловко, непривычно, потому что я все годы передвигался по одному принципу, а теперь пришлось как-то иначе. Поэтому я оставил так, как есть. Вот я сейчас вот нажимаю вот Q, E. Все, отдельно кнопки, вот так у меня. Только большим пальцем. Большим пальцем это... Это получается... Ну вот... Блин. Хорошо. Ну вот допустим вот в движении надо нажать какой-то бинт. Получается это ты просто так вот отодвигаешь. Берешь большой палец. И на что? На букву. Блин. Ну да, тут, видимо, уже каждому свое. Вкусовщина. Ну и кому как привычнее. Плюс, тем более, еще... А, ну у меня рука не, у меня рука прям вот опущена на компьютер. Тем более, я еще напоминаю, у меня ноутбук, у меня не ПК. Я, допустим, когда нажимаю Shift и какую-то клавишу, я не поднимаю ладонь вообще. Тут еще вот вспомнил то, что некоторые же играют с игровыми мышками. У меня-то простая, самая обычная мышка. Левый, правый щелчок и колесико. Никаких боковых кнопок нету. И так далее. Я как-то раз попробовал игровую мышку. Правда, подешевле такую бюджетную купил. Но и пожалел. Она у меня быстро сломалась.
пользы никакой, да и случайно постоянно нажимал на боковую кнопку. И что-то там у меня с экраном все время происходило, если я не в игре. Ну да, два щелчка, если удерживать, то это просто бежать на автомате вперед. Вот я сейчас, допустим, вот удерживаю левый и правый щелчок. О, тот, кто мне нужен. Надеюсь, его сейчас никто не тронет. Так. А ё-моё. Это ж сколько кнопок на мышке должно быть. Ну вот я попытался один раз, вот как я говорил, такой бюджетной игровой мышкой поиграть. Она была, во-первых, больше размером, чем стандартная вот Logitech мышка. Это уже было неудобно. А кнопок там дополнительных у меня было две сбоку. И возле колесика еще, по-моему, две. Ну, не знаю, она просто быстро сломалась у меня, и все. И я думал, ладно, идите нафиг. Буду с обычной мышкой играть. Нафиг нам надо. Тем более, я никакой не про-геймер, ничего такого. Играю в кайф. А клавиатуру, да, я какие-то подобные, кстати, видел. Друг даже рассказал, что он себе какую-то игровую вроде бы покупал. В интернете заказал. За 100 с чем-то там евро. 150, может быть. Ё-моё. Я бы посмотрел на него и просто покрутил пальцем у виска. Сейчас бы покупать клавиатуру за 150 евро. Для PvP. Это что именно? Клавы имеешь в виду? Или прям мышки? Чтобы мышка не билась об клаву. Ну, у меня... у меня ноутбук. Я вот сижу. Ноутбук у меня на ногах. Мышка просто рядом. Возле ног. Поэтому мне это как-то не грозит. Если бы я за столом, конечно, сидел, тогда да, тогда другое дело. Но я за столом давно уже не сидел. За компом. Так. Окей, летим. В Лейкшайр. Может быть, когда-нибудь... Со временем. Если позволит бюджет поэкспериментировать, то да, я бы попробовал, конечно, какую-нибудь навороченную мышку. А так, не знаю, не вижу смысла. Я даже пока что особо не вижу смысла покупать ПК, допустим. До того, как я вот купил себе ноутбук новый, игровой. Я вот думал собрать себе персональный компьютер, но потом вспомнил то, что у меня навыков в этом не особо много. И плюс-минус, если собрать игровой ПК, по деньгам выйдет плюс-минус точно так же, чтобы я и купил игровой ноутбук.
Ну, хоть и, конечно, по параметрам он бы вышел куда покруче, наверное. Я знаю, кстати, то, что вот профессиональные эти все вот аренщики, которые, ну и эти все стримеры вот популярные, допустим, ну да, не только американские, наши тоже эти русскоговорящие. Я вот видел, как они вот в эти боковые панельки, они вставляли одно и то же заклинание для арены, допустим, 3 на 3, условно, да. И вот они ставят, допустим, Alt 1, там, допустим, диспелить первого члена группы. Alt 2, там, я не знаю, и такой же вот макрос, там, я не знаю, или что они там делают, бинды. Диспельнуть второго члена группы и так далее. Чтобы не нужно было постоянно таргет менять. И вот так вот постоянно у них смотришь, вот прям вся панелька заполнена вот такими подобными кнопками. У меня так диспел я всегда ставлю на кнопку C. Вот в данный момент у меня вот заклинание на кнопке C. Соответственно, у паладина у меня было бы cleanse заклинание, которое там снимает магию, яды. Вот это все. Так, еще чуть-чуть. Что еще можно, чтобы набить 16 левел? Кажется, я знаю. Да. У меня вот самые менее использованные, кстати, вот эти вот слоты, скажем так, вот последние. То есть по цифрам, если вот, да. Я вот никогда не меняю. Максимум я могу дотянуться пальцем, наверное, до семерки. Но я туда ставлю прям самое такое менее необходимое заклинание. На семерку, допустим. А дальше все. Дальше просто какие-то. Ну, допустим, я не знаю, вот поставить сюда еду в аду могу. Но буду все равно кликать. Так. Погнали искать. У меня вот, допустим, на цифре 7, я помню, в Shadowlands там же были эти способности Ковенанта. По две штуки. И вот у меня на цифре 7 вот была некролордская способность щит наложить на себя. Он там 2 секунды кастуется. Вот всегда на семерку нажимал. Легко запоминается. Просто только заклинание, которое не нужно быстро нажимать. Да, я, кстати, слыхал то, что игроки ставят на колесико вот почему-то именно вот такие заклинания, которые меняют мобильность. У меня так, допустим, для мобильности. А на что я ставил? Паладина в бою? В классике ничего такого нет для мобильности. А, я ставил на шестерку, по-моему. Ускорение, допустим, которое там дает просто буст, там, не знаю, ну, на секунд 10, типа, ускорение 50% и так далее. На шестерку, по-моему. Атакующие способности всегда были от 1 до 5. Самые-самые такие важные, прям. Которыми прям и бурстить можно и так далее.
А, ну вот у меня до шестерки. Вот до шестерки еще как бы терпимо. Поэтому на шестерку всегда ставил ускорение. Семерка уже, да, проблемы. То есть надо прям вот руку поднимать прям. А вот дальше уже по цифрам, ну, нереально. Помню, что всегда на кнопку Г, если у меня класс для хила, то есть вот паладин, друид, то, соответственно, на Г самая такая типичная способность для отхила. То есть в данном случае это вот омоложение, оно, по-моему, называется, или как? Regrowth, короче, по-английски. У ретрика она у меня там стоит флешка, по-моему, флешхил. А у ДК наоборот. У ДК я на Г ставлю грипп, притягивание. О, блин, дыхание. Надо остановить сначала. Прокрутка вверх. А, именно еще на прокрутку прям ставишь? Я прокрутку не, я вот оставляю так, как есть. Приближение, отдаление. Мне почему-то всегда хотелось, чтобы вот колесико было прям нетронутым. Ни щелчок по колесику, ни это вот. Ни прокрутка. Так. Отвали. Надо залутать скорее. Так, ну тут я, походу, сейчас сдохну от Мурлока. А, нет, живу. С первого удара получил корни. Ну вот, а я наоборот, я как-то привык, то, что у меня колесико всегда вот приблизить и отдалить, наоборот, тоже. Как-то слишком вот привык. Это вот именно те кнопки, которые для меня добавляют элемент ролеплея, скажем так. То есть это вот было как наравне кнопка X присесть, Z, по-моему, достать оружие из ножен, но я от них отвык. Теперь у меня наоборот. Z и X, они уже стоят на панельках. Точно так же и вот колесико. Не использую ни для чего. Так, Everstall Bridge. Пока не надо. Оковы на Q. А у меня оковы, по-моему, были на F. Хотя я делал еще даже этот вот. Оковы по-разному. У меня вроде бы было иногда F, иногда V, но еще я делал макрос. То есть грипп плюс оковы. Чтобы лишнее место оковы не забирали. И как-то вот поначалу, когда я делал этот макрос, он работал отлично. А потом почему-то оковы оказались только на 20 метров. И они не срабатывали сразу. Пришлось просто повторно нажимать. Я просто когда на Frost DK играл, я пытался делать такие макросы, которые прям максимально сокращали количество кнопок. Там очень много способностей, они были без ГКД. Именно у Frost DK. Все бурсты, они были без ГКД. Все сейвы, они были без ГКД, по-моему. Там антимагический панцирь, антимагическая зона. Они все были без ГКД. Абсолютно все. Это было офигенно. Просто одной кнопкой все деф-способности нажимаешь. Одной кнопкой все бурсты нажимаешь. Фулы. И рвешься в бой. Так, 16-й левел. Так, ладно. Получается, на 16-м могу сделать форму воды. Возьму квест, тогда буду заканчивать сегодня.
Раз видел, где друид на ХК качался, птицу сагрил в западных землях, и только 17 ударов. А у меня сегодня похожая херня, кстати, была. Я делал вот на 14 левеле вот первый квест друида. Ну, второй точнее, да, на вот это заклинание. Такая же фигня была с Нагой. Кинул на себя эти корни, и они так и не сработали. Нага меня чуть не добила. И тут же я вспомнил, а вот если бы я играл на хардкоре, на друиде, и уже помер бы на 14 левеле, да. Я бы уже, наверное, тогда лопнул бы со злостью. Чуть-чуть не хватило, у меня там 6 хп осталось или 8 единиц. Просто повезло, что я убежал. А корни так и не сработали. На F-таунт. А я танчить, кстати, вот. Я никогда не танчил. По-моему, в актуале, да. И вообще я в целом. А, ну если брать вот, допустим, тот же классик, я таунт чаще всего, наверное, ставил на кнопку 1. Да и таунт прям не совсем такая важная кнопка. Мне кажется, лично для меня. Учитывая, что я редко таунчу. Ну, в принципе, вот сейчас, вот если я буду прокачивать друида, то... Так, музыка, смотрю, перестала играть. Под конец стрима надо включить что-нибудь еще чуть. Так. Я, короче, допустим, таунт ставлю либо на единицу, вот у меня сейчас вот, если вот включить форму медведя, у меня там на единице стоит таунт. Либо вообще на букву Б. То есть, ну такое. А так, ну да, чаще на единице. И я не парюсь. Я вот разобраться не мог с палом, у него три джаги, и чтобы всех на панели не выносить, делается макрос, что стандарт джага света нажимаешь на shift один раз. Ага. Фигася. Я, кстати, да, мне вот это тоже не очень нравилось. То, что у него три джаги, да, было. Одна джага света, одна джага мудрости, и третья красная, это вот. И я их, короче, разделил мысленно. То есть, когда вот я еще подростком, вот только начинал играть в Warcraft и вот в скором времени начал играть на Личе, я Джагу Света и Джагу Мудрости вообще выкинул нахер с панельки. Я играл только через красную Джагу. И только как-то один раз в гильдии, когда вот мы шли зачищать первого босса в этом вот, в рейде на Лича, там этот лорд Ребро, или как там его называют, да? Кто-то заметил то, что я только красную джагу нажимаю. Сказали, типа, ну ты это, как бы, ты красную-то не используй, она больше для PvP. А я-то PvP игрок, мне пофиг. Сказали, ты это, лучше используй джагу света или мудрости. И тогда, да, я тогда выносил. Поэтому я привык больше использовать красную. Потому что она, по-моему, не давала ускоряться врагу как-то там или что-то типа того. Но потом, в последнее время, я уже выносил все три. Да, точно, красная замедляет. Вот почему я ее использовал. А потом вот, когда в последний раз я играл в ЛК, это, наверное, на Сирус я заходил играть, тогда уже я, ну, грамотно старался. Так как вот я по своей привычке ставлю на Т, F и русскую Ё какие-то ограничительные заклинания, соответственно, на кнопку F я поставил вот красную джагу. А вот джагу света и мудрости я ставил где-то вот тут вот на первые цифры. Или только джагу света. А джагу мудрости только выносил, когда ПВЕ контент начинался. То есть мы шли
в данж. Не помню. Но то, что их три разных, да, мне это как-то немножко бесило. А у Хпала они, да, они, по-моему, на 30 метров, да? Там был талант, который увеличивает дальность. Но я за Холи Пала, кстати, не играл особо. Я знаю то, что он был прям вообще консервная банка, которую очень тяжело вскрыть. Тут станет не сама Джага, а пассивный эффект одной из печатей. Печать справедливости, которая... Она дает тебе шанс при автоатаке оглушить на 2 секунды противника. И вот она же, кстати, вот эта вот печать справедливости, она здесь изменена на черепахе. И она улучшенная по талантам прот паладина. Она превращается в таунт, кстати. Так, третий Мунфайр. Мы ставим сюда. Ходку сюда. Свайп. Сюда. Я вот не помню, в ЛК она осталась такая же. Печать справедливости. Просто я как-то долгое время считал, что она одна из самых бесполезнейших. Ну, дает она тебе шанс при автоатаке там застанить. Ну и чё? А Джага этой печати, она заставляла гуманоидов, которые могут в страхе убегать... Ну и остальных, конечно, тоже, кто там может в страхе убегать. Она заставляла их не убегать. Да-да-да, тот самый талант. Превращается в стан. Но вот в ЛК я использовал чаще всего только красную Джагу. Я привык то, что... красная Джага чисто для ПВП. Я любитель ПВП. Она замедляет противника. Это раз. Во-вторых, там по талантам у Ретри Паладина был талант, который при использовании Джаги восстанавливает целый кусок маны. Там такой приличный кусок. Так что ты практически не проседал в бою. Ну, разве что, если ты, конечно, спамил постоянно лужу и какой-нибудь экзорцизм, который жрет ману. Еще там какое-то заклинание такое тяжелое по мане. То да, ты проседал, а так ты не проседал. Вот. Этот талант тебе восстанавливал ману при использовании правосудия. То есть это, по сути, эффект синей Джаги. Поэтому думаю, ну нафиг мне использовать синюю Джагу. Не буду. А Джага Света, я ее тоже не использовал, я ее убирал из панельки просто потому, что точно так же был еще другой талант у Ретри Паладина, который, как он назывался, Воин Света или как? Он давал тебе какой-то баф или что-то типа того, то что он сокращает скорость произнесения заклинания на 100%. Скорость произнесения флешки и экзорцизма. И, соответственно, ты выбираешь, какую произнести. Ну и вот для меня вот это вот было отхилка в бою. То есть, получая вот этот вот баф, там, эффект по талантам, все, отхиливаюсь чуть что. Поэтому я и не использовал ни Джагу Света, ни Джагу Мудрости. Потому что были уже таланты, которые хорошенько так бафнули Ретри Паладина.
А так я еще за прото играл. Вот за Холи Пала не играл. Как-то мне не очень нравился. В личе. А вот прот Паладин понравился. Он там тоже заиграл новыми красками. Стал наконец-то полноценным танком. С хорошим таунтом. Не таким, который вот добавили. А в БК, по-моему, там добавили такой вот таунт, который через союзника работает. БГ на 60 нет. Пока еще не бегал. Я вот думаю поднабрать шмоток. Вот когда я похожу по данжам. набить шмоток, может быть, хотя бы на холле паладине. Тогда, если вот будут приличные шмотки, там, плюс-минус, тогда вот уже походить, похилить хотя бы, ну, Альтеракскую долину. То есть, вот эти поменьше БГ, наверное, ходить не буду. Нафиг надо. А вот Альтерак, да. У меня вот только есть видос, когда я его там на прошлой неделе, по-моему, опубликовал. 40-й, 49-й левел БГ за паладина. Я чисто ради интереса решил зайти потестить. Ну, огребли, конечно же. Там просто тупо за орду зашли практически все чуваки твинки 49-го левела. Там разбойник один был, помню вообще. Жесткий. Шаманы. Ну, да, ты смотрел, но ты именно смотрел то, что я там показал. Я там-то урезал, скажем так, показал плюс-минус более-менее для нашей стороны позитивные моменты. А в целом все шло вообще из рук вон плохо. Поначалу мы там, да, вроде бы отбивали там флаги. Наш чуть ли не поставили первый. Но потом как понабежало, там вот разбойник, твинк, два шамана, прист, шадоу прист. И, может быть, даже два разбойника было. Там у них среди всей команды только один хант был 41-го левела. Все остальные твинки. Нас просто разматывали. Шаманы там критовали просто постоянно. Я вот там один момент просто показал, как меня размотали кучей критами. Поэтому там было, ну, очень печально все. Поэтому под конец, там, когда уже у меня бомбануло, я просто вышел из БГ. А арена, я не знаю, вот что там за арена. Тут вот если нажать Battleground Finder, вот есть вот ВСГ, ущелье Песни Войны, а есть еще Blood Ring. Я вот не знаю, мне кажется, вот эта вот арена. Вот этот вот Blood Ring. И что это вот за арена, я не знаю. Я подозреваю то, что это арена какая-нибудь, которая есть в БК. Может быть. Надо будет зарегать вот на 19-м левеле, когда я плюс-минус одену себе твинка. Тогда я попробую. Тоже ради прикола. Либо на стриме, либо тоже вот в формате такого вот коротенького видоса. Замучу. Насчет тут, кстати, шмота не знаю. Вообще ничего. Тут у нас PvP Rewards не показывает. Тут, я так понимаю, все классическое. Да. Вряд ли что-то из арены. Я тоже, кстати, слышал, по-моему, или читал вот в чате гильдии, то, что вот Альтерак, Альянс вроде побеждает постоянно. Я только про Альтерак это слышал.
А вот насчет орать и ВСГ не слышал, кстати. Полезная информация. Тут же вспоминается, как это... Как я на припатче играл. На этом вот, на припатче. С БК на Лича. Прокачивал ДК. Ну, у меня тоже там на Ютубе немного есть этого материала. Я нон-стопом просто фармил БГ именно Альтерак. Так, а что нам надо сделать-то? А. Окей. Я там нон-стопом ходил. То есть это... Какой там сервер был? Ну, на русском, да, на русском сервере. Мир там какой самый населенный был. Я уже не помню, как он там называется. Пламегор, по-моему, да. Пламегор. И... Я прокачивал ДК. И тоже, по сути, по-моему, винрейт у нас был, ну, минимум 95%. Минимум. Просто вдумайся. Там было... Были такие ситуации, вот, если европейцы видят то, что это русскоязычная комьюнити на Альтерак выходит, они тут же ливают. Они видят то, что мы не выходим на центр сражаться с ними. Мы не дебилы, у нас есть тактика. Мы ждем их вот возле Балинды, чтобы они там все зашли, и мы их там прикончили. Я даже еще видос там сделал, как нужно побеждать на Альтераке за Альянс. И все, они после первого сражения, допустим, их всех сливают всей пачкой. Мы там с минимальными потерями, а то и вообще с нулевыми. Они тут же начинают ливать из БГ. Или просто, когда видят нас, они тоже сразу же ливают. И мы побеждаем таким образом. Репутация просто сразу же максимально, я не знаю, в течение недели, наверное, минимум, апнул. Все шмотки, PvP шмотки, ассет тут же набрал. У меня даже слишком было много хонора, был оверкап. Я даже успел себе купить PvP маунта, пантеру. И фулл хонор шмот себе на Фрост ДК собрал. То есть просто фулл шмот PvP. И тринки, и кольца, там все вот это вот. И броню, и мечи парные. Оделся по последнему писку моды на припатче. Это просто что-то с чем-то было. Вот только русскоговорящая Орда могла нам составить конкуренцию. Вот там, да. Там уже можно было сказать 50 на 50. Потому что они знали о нашей тактике, мы знали о их тактике. И там нужно было сражаться иначе. Там уже чисто, ну, как ни крути, но стенка на стенку будет. И там уже все зависело от игроков. Кто кого сломает первый вот строй, тот и выиграет. Бывало, что мы выигрывали, бывали и так, что вот русскоговорящая Орда тоже побеждала. Ну, возможно. Все это пошло еще с тех пор, когда не было фикса. Там же сначала не было какого-то там фикса, который Близы сделали потом. Вступать группами на БГ. Или что-то вроде того. Там же создавались и дискорд-каналы специальные. Не только ж тактики были, но и группами вступали. Теперь, по-моему, на тот момент, когда я там играл, там, по-моему, нельзя было попасть на поле боя больше, чем вот примейт в 5 человек, наверное. На альтерак именно. А может быть, даже нельзя было в пятером. Без понятия. Но у нас просто и другая фишка была. У них европейцы, они играют как? Там вот, если они попадаются против нас, то мы видим, они из разных игровых миров. То есть там и немцы, и испанцы, и там итальянцы, и англичане, и все вот эти вот, все европейцы. И, соответственно, каждый сам по себе. А у нас все по-русски говорят, все друг друга понимают.
И всегда вот находится какой-то там один там или ну несколько человек, которые знают тактику и тут же говорят, что мы делаем, как мы делаем, где мы стоим, сколько мы долго мы стоим, как мы встречаем противника. Так, сейчас, секунду. Окей. Да, через 10 минут закончу. Аддон Preform. Первый раз в таком, кстати, слышу. Ну, во всяком случае, нам такое уже не потребовалось. Не, ну, так-то да, конечно, между собой они могут общаться на английском языке. Но я к тому, то, что у них так или иначе, в общем и целом, как бы народу больше со всех миров, если собрать. А у нас тупо только РУ-регион. И поэтому нам проще как бы сыграться вместе, сдружиться. И есть еще теория такая, я не помню, кто из ютуберов говорил это, из русскоговорящих. Может быть, это... это Чихпих, или как там его... Или Варгул это говорил. То, что... Учитывая то, что вот у нас чисто вот несколько, совсем там пара игровых миров русскоговорящих, то и у нас, соответственно, больше одетых игроков. Шанс то, что больше одетых игроков у нас появится. А у них наоборот, то, что больше игровых миров, соответственно, больше неодетых игроков появится на одном БГ. То есть вот еще в чем прикол. Но я как-то вот эту вот теорию не особо верю, потому что я так присмотрелся, да нет, вроде, что у нас бывает там человек, там, ну, максимум до 10, что и у них, не одетых. И это никак не влияет. Все-таки думаю, то, что тактика это действительно решает. Нужно просто действовать единым фронтом, единым целым. Все привыкли то, что выходим на центр, деремся, кто умрет первый, тот, по сути, проигрывает и его продавливают. Но нет, мы так не делаем. Плюс вплоть до... Он показывает, кому рега пришла, если всем одновременно заходим. Сложно, знаешь, против кого играть, против Азии. Но я еще что-то подобное, может быть, слышал, когда в гильдии, допустим, просто говорят... там же вот, когда регаешь поле боя, вот, допустим, вот я нажму. Вот, здесь написано Warzone Gulch 1, Warzone Gulch 2. И они, допустим, может быть, еще писали вот в чат, допустим. Меня закинуло вот в такой-то ВСГ, значит, присоединяйтесь сюда. И так вот, допустим, они собирались. Группами. Кому как удается. И, соответственно, все, кто попали туда, сразу заходим в Дискорд. Все, давайте, ребята, вместе. Ну да, вот они так и привыкли. Если вот они упали, все, мы теперь дефаем до самого конца игры. А мы с самого начала, вот как сейчас помню. Ждем у мини-босса, там их разваливаем, и все. И их, по сути, фронт посыпался. После того, как мы их разбиваем на мини-боссе. Так потом, что мы там делали? Постепенно убиваем их мини-босса, сжигаем первые башни, захватываем ближайшие эти вот. В смысле? Невозможно, нет. Это не у меня. У меня все окей. ОБС работает. ОБС, YouTube все нормально показывает. Сорок секунд промотал. Хз, не знаю. Вроде все нормально. Ну, в общем, ладно, я все равно уже заканчиваю.
Меня тут уже зовут, надо ужин готовить. А следующий, ну завтра, я правда подумаю, продолжу ли я за друля, или все-таки за паладина, или вообще не буду Warcraft. Может быть, завтра сыграю в Лигу Легенд. Подумаю еще. Но по времени, ну думаю так же, наверное, где-то в 2-3 часа. По МСК получается, кстати. Время у нас одинаковое сейчас. Плюс-минус в это время. 2-3 часа. Ну, я думаю, я еще в это время буду в сети. Я стараюсь подольше, чем 2 часа стримить. Не знаю, как зрителям будет интересно, допустим, ту же лигу смотреть. Потому что я так присмотрелся, обычно из всех моих стримов смотрят только в основном Warcraft. Раньше смотрели еще другую игру, там, Holdfast Nations at War, которую я играл. Играю периодически. Но тоже что-то сейчас мало собирает просмотров. Посмотрим. В общем, ладно. Надо идти. Благодарю за присутствие. До скорых встреч. Да, давай, давай. Удачи.